Всем привет! Мы продолжаем проходить жизнь после. У нас тут сейчас рядом будет в этом лагере Хот Спрингс задание побочное. Давай возьмем, посмотрим, что дадут. А да, Такер. Давай подойдем. Что нужно? Дик, у нас тут серьезная проблема. Помнишь, Ричард? С этого всегда, по-моему, каждое задание начинается. Дик, у нас проблема. Рика Марсдена. Он с нами ездил. Как же. Помню я этого козла. Я думал, Эл-Кай вытурил его. Вытурил? Но Марсден это не устроило. Он присоединился к группе намадов возле Black Crater и устроил с ними налет на наших людей во время вылазки. 3 убили. Черт, никогда мне этот гад не нравился. Я с ним разберусь. Спасибо, Дик. Я знала, что на тебя можно рассчитывать. Ясно. Я дам вдвое больше задание, называется. Найти Рика Марсдена. Пойдем искать. 300 метров где-то он находится от нас. Эй, Зенни. Ну слушай, ехать вообще недалеко. Сейчас тебя открою. Бухарь, слышишь меня? Да, Дик. Как дела, брат? Как всегда. Ты все гоняешься за вертолетами? Ага. Так чем они там занимаются? Без понятия. Вроде все, как О'Брайан и сказал. Н.Е.Р.О проводит полевые исследования и изучает фриков. Зачем, не знаю. Черт, мне надо идти. Заходил Шизу, сказал, сегодня буду разгребать дерьмо. Пусть сам дерьма поест. Да, я ему передам. Бывай. Хорошо. И Бухарь названивать мне это. Регулярно беспокоится все, чем я занимаюсь. Дик, слушай, есть работа. Рики, привет. Ладно, заеду, конец связи. Где ты, Марсден Гондон? Куда делся? А, ты ведь где-то здесь. Эй, снайпер. Ты ведь где-то здесь. Нет. Вот падла. Поздновато я ее заметил. А что она тут одна делает? Да. Ну вот, ладно. Все, больше собирать-то ничего не надо. Может, да, у нее тут граната. Она прям сидела и высматривала меня, типа, с какой я стороны поеду. Хотя нет, вот он уже лагерь. Давай чистить. Такер, я на месте. Ага. Похоже, у этого твоего Марсдена целая хренова армия. Ну, сейчас мы перебьем всю эту армию. Один из тех, кто всегда с последней сволочью снюхается. Отправить к тебе, Эл-Кая. Я и так справлюсь. А во что он был одет, когда напал на ваших? Да все как обычно. Он всегда в черном плаще ходил до колен. И шляпа ковбойская. Главное не вылезать отсюда. Так, о чем была речь? Да все как обычно. Меня там снайпер спасет. Он всегда в черном плаще ходил до колен. И шляпа ковбойская. Да, шляпу мне принеси. Че, больше никто не подойдет? Тем лучше. Ну, один вот бежит. То есть, одевается он как гондон. Ясно, отбой. О, нифига, там кто-то летает на мотоцикле. А черт, откуда вы взялись? Известно откуда. Ладно, пока время есть. С какой стороны они поедут? Давай, я прикрою. Вот так вот. И второго тоже. Так или иначе, они все подойдут ко мне. Надо перезарядить. Пусть не полностью, но большинство. Сейчас мы их перебьем потихонечку. Была бы снайперка, можно было бы и этого тоже снайпера уделать. Но мы к нему подойдем с правой стороны. Ничего страшного. Давай-ка мы вот тут вот подзасядем. Дальше. Тихо, тихо, тихо. Поэтому не очень бы хотелось вылезать, конечно. Ну ладно. Ко мне больше пока никто не торопится. Как он лихо попал за меня. Ты смотри какой. Опа, и снайпера нету. Ну красота, теперь пошли просто добьем остатки. Смотри-ка, пистолет достает аж до туда. Вот ты где. Огонь, огонь! Ладно тебе, Рик, не убегай. Одного потеряли. А у нас... Да ладно, одного. Сколько тут уже? Человек 10? Все. Кончились? Да? Шляпу только надо забрать в доказательство. Ну и все. Давай побегаем, посмотрим, что тут у нас есть. Бинта сделаем, чтобы побольше ресурсов влезло. Сейчас мы еще мотоцикл разберем. Вот так. Где-то еще же люди были. Но я тогда уже вниз-то не пойду. Смысл. Вот лом. Вот этого не искал еще. Не знаю, по-моему, тут больше человек было. Шляпой ты заслуживаешь смерти. Вот всем сдалась эта шляпа прям. Она откровенно дико бесит. А тут наверху по-любому народу много. Где я там сидел-то? Дальше, еще выше. Само собой. Какие-то кустики. Тоже возьмем. Вот тут я и сидел. А ты кто такой? Ну вот на секунду труп нельзя оставить, его уже кто-то голодает. Еще трофеи. Ну да. Да и все, короче, ничего тут больше. Вон последний и все. Стерилизатор. В принципе, до чего тут, пока у меня ресурсов хватает. Особо ни в чем не нуждаюсь. Все, теперь я спокоен, всех обобрал. Поехали назад. Кстати, я не встречал ни одной канистры. Надо же, байк даже не задела. Прикольно, хотя в меня снайпер выстрелил. Последний раз, когда в меня снайпер попал, у меня 6% у байка осталось. Я шпортоваться не буду, так доедем быстро. 400 метров с горки. Ерунда. Ну, вот, наверное, давай патроны, да, мы возьмем. О, я, наверное, очень зря остановился. Короче. А чё так их тут много-то? Это кусок орды какой-то оставшийся. Что за дела? Вот так. Куда они тут все? Я когда сюда ехал, по-моему, гораздо их меньше было. Мат, поехал. Чё ты его бросил-то? Так, надо, вот да. Потом направо. Эй, слышите? Тут какой-то. Кстати, на этот лагерь давненько упокоители не нападали. Открывайте, я его знаю. Обычно же, как едешь, кто-то в них уже стреляет. Чем могу помочь? Сейчас как мы дела, сначала Зенни? Заправимся. Лады? Увидимся. Давай, да. Рассказывай. Сдать работу. Ну. Такер, вот тебе новая шляпа. Угу. Ну, она поблагодарит, поэтому я этот необязательный диалог пропускаю. В этом лагере еще будет работа какая-то. Так. Что у нас по заданиям еще есть? Давай-ка мы сюда потелепортируемся и возьмем побочное сначала задание, а потом сюжетное. Как-то так. А что у тебя? Бак пустой, что ли? Да нет, 17%. Ну, что-то поехали. Эй, угу. Кто-то у ворот. Все-таки телепортироваться чуть-чуть удобнее. Да-да, пустите. Туда-сюда по карте не разъезжать. Да, это стоит денег немножко, но зарабатываешь ты больше, чем тратишь. Рад тебя видеть, Дик. Бас, как жизнь в лагере? $340. Да? Мой гаечный ключ. Ну, нормально. Да, ладно. Вечно тут все теряется. Так, давай. До встречи, Дик. Нам в этом лагере нужен третий уровень доверия. Я очень волнуюсь. А что не так? Пропускаем диалог. Ну все. Так. Вообще на рыбалку. Попали. Что там на рыбалку? Туда надо съездить, да? Защита слабых. Пройти к семейному месту рыбалки. Там, видимо, кто-то потерялся. Найдем. Не вопрос. Дикон, рад видеть. Давай трофеев сдадим. Да был трофей, да? Да их немножко тут. Тут немало ушей. Отлично. Пока все. Да. Дик, пока. Ну потом, когда будем Орду разваливать, Дик, будем побольше сдавать трофеев. Блэр, отлично выглядишь. Что? Припасы. Отлично. Чуть-чуть патронов на пистолет не хватает. Ага. Эй, Дик, береги себя. Так, что, поехали. Где мой вообще байк-то? Я байк бросил, убежал. Есть охрененные товары. Я уже все купил. И товары ваши. Эй, постой. Так, давай на карте отметим, куда ехать. Чик. И поехали. Я думаю, это несложно будет задание. 3 минуты справимся. Вот опять вопрос маленький появился на карте. Тут же исчез. Где его искать потом? Недоработочка, скажем так. какая-то дорога грязная была. Я думал, что может, еще ты можешь рассказать? Риками засрано. Раньше у их семьи было любимое место рыбалки. Они всегда ездили туда. Я отметила на карте. Ладно, начну оттуда. Отбой. Надо что-то найти. А, удочка. Та самая. Это точно то место. Че такая удочка маленькая? Тут глубина-то вообще. Даже по колено не будет. Девушки рыбачили. О, черт. Мародеры. Угу. Наверху где-то. Сюда. Их потащили сначала наверх. Господи. А потом в лагерь. Вон туда. И, по-моему, я уже был в этом лагере. Молодец, Абигейл. Не сдалась без драки. Угу. Они тут сюда. Прям все, да? Давай. Кто это? Кто это? Это я всего лишь. Убить мерзавца! Он убийца! Да, убей! Даем. Мужик, ты что дергаешься? Тихо, лечимся. Блин. Торопился. Сейчас сделаем. Все, мне сразу в лагерь. Да, вроде, да. Ну, где-то заныкаться удобненько. А то тут слишком много народа одновременно нападает. До свидания. Снайпер у меня орет, так и будешь там сидеть? А ты? Так, снайпер у меня меня не успел выследить. Кстати, народу там много. Прикончить ублюдка, он убил нашего. Сколько человек? 10, наверное, есть. Огонь на поражение! Давай, вылезай. Вот тебе! Она под себя опять гранату кинула. Чудеса, да и только. Ну вот что-то. Я ранен. Так, ну по-моему, кроме снайпера уже никого не осталось. Давай мы его обойдем. Да, я был в этом лагере. Так, забежал, заглянул, что-то посмотрел, ничего не нашел и выбежал. Здесь у нас был знак вопроса. Слушай, а может быть вот эти синие знаки вопроса и есть твои будущие задания? Ну чё ты, подниматься будешь? Не хочет он подниматься. Да, это, видимо, не объект, придется его так убивать. А тот прям что-то где-то сосредоточенно стоит и смотрит. Он меня даже не видит. Подожди, это снайпер, что ли? А я думал, он на крыше. Еще один трофей. Ну да, трофей. Вот трофей мой. Здорово, Тимон Плей. Так, пошли пожитки собирать, короче. Можно уже выпрямиться и не сутулясь, совершенно не деформируясь, бежать. Собираю все, что нужно. Никого нету. Найти и спасти. Ага, девки, наверное, в доме сидят. Ну, давай мы сейчас тут пособираем. Может, что полезное есть. Скорее всего, у меня уже всего полно. Я уже так чисто ресурсы по инерции собираю. Жалко, с трупов нельзя с патроны брать. Нет, печально. Хотя бы, знаешь, по одному, по два там, ну. Покупать просто меньше. Так, в доме один или два человека. Не так уж трудно. Вижу его! Может, здесь. Тихо. Он ранен! Ухо ему прострелил просто. А как он меня через дверь стреляет? Я тоже хочу такую способность. Дурак, что ли, совсем? На что-то сгодится. Вот как он меня отсюда видел? Ну, видно, что он лупил через дверь. Но типа пули насквозь что ли прошли. Хотя с этой стороны вылетела только одна. Может быть, она меня, кстати, и зацепила в ногу. Тогда не вопрос. Ладно. Искусственный интеллект додумался через дверь стрелять. Кайнет, это ты? Так, и чё? Черт побери. Угу. Бедная Абигейл. Зато одного прихватила с собой. Рики, я нашел Абигейл. Слава богу, я уже... Нет, она мертва, Рики. А, так вот это она. Проклятье. Я продолжу искать Габи. Если она здесь, я ее найду. Хорошо. Спасибо, Дик. Конец связи. Я думаю, все-таки вторая убежала из дома куда-то. Ну, только где ее искать? Слушай, я когда вот сюда подходил, у нас был труп. Вот тут. Нет, это не та баба. Где ее искать? Может, она наверх куда-то побежала? Все-таки мелкая девка в панике бежит. Вот только куда? Куда вот она могла ломануть? Отсюда. Бля, радиус поиска-то какой большой. Бензин. Ну да. Ладно, давай заправимся. Может быть, она где-то еще какие-то следы появятся. Вот то, что синее. А, ну это девка. Это мертвая девка. Хотя подожди, вот здесь. Точно, она была тут. Габи, не бойся. Я тебя не... А я уже просто идти собрался, я не знаю, куда-то наверх, в горы, куда-то ее рыскать. Она вон в туалете сидит. Я от Рики. Как бы пикнула что-нибудь. Они убили мою сестру. Убили Абигейл. Я заметил. Я знаю и сочувствую. Давай вернемся в лагерь. Давай, пошли со мной. Нет. Я сама справлюсь. Я сама. Ладно, давай. Надо было не помогать, пусть сама бы справлялась все время. Два года зомби-апокалипсис идет. У них толком одежды даже нету нормальной. Откуда у них туалетная бумага? Она должна, по-моему, закончиться было уже очень давно. Ладно, не придираюсь. Стрельба. Увеличение боезапасов всех видов стрелкового оружия. Это я уже взял. Увеличение проникающей способности выстрелов. Штука хорошая. Давай, наверное, говоря, ну, короче, вот это сначала возьмем. Потом будем, наверное, вот эти докупать. Тут надо-то всего 1, 2, 3, 4. 4 очка, блин. Тут еще, по идее, тоже конь не валялся. Ну, тут мало, конечно, интересующих меня вещей. Это будем в конце, уже в самом, наверное, конце уже добивать вот эту линейку. Тут перки есть прикольные, но не так, чтобы очень нужные. Там в самом конце просто прокачка таких способностей, что меньше расход этого ресурсов у тебя идет на изготовление чего-либо, либо ремонт. Что там еще? Увеличение количества этих ресурсов, переносимых с собой. Дело-то в том, что там нужно качаться очень долго, до того, прежде чем они откроются. По идее, когда я уже перейду к этой ветке, уже полностью ее буду прокачивать. Эти перки уже вот особо так будут не нужны. Готово. Ладно, посмотрим. Все равно-то сейчас уже начинается более такое экшовый. Больше экшена в игре, и поэтому... Да-ка, портанемся, да, чтобы не кататься. Больше экшена в игре, и сейчас стелса будет гораздо меньше, наоборот. Меньше будет ресурсов уходить, типа лома, там, еще чего-либо. Сейчас только патроны и бензин. Кто-то идет. Ну так, стой, я его по знаю, мелочи открывай. Там, бинты всякие-то, ерунда. Я был в классе, когда... Давай, и тут еще забравимся. Эй, Дикон! Как дела, Бас? Вот уже 5000. Только что было 3. Вот, как новенький. Ну да, в принципе, денег... Еще увидимся. Денег мало у тебя в лагере, когда ты либо только начинаешь на этот лагерь работать, либо когда у тебя повышается доверие, тебе срочно нужно байк прокачать. Ты прям все деньги туда... тратишь, и поэтому у тебя ничего нет пока что. А так потом подкупаешь ерунду всякую. На секунду. Как Уильям, давно его не видно. Угу. Как Бухарь, да как и все, выживает. А но, где значит, он? Получше многих. Да. Подожди, а разве он не должен быть в этом лагере находиться? Почему он нас спрашивает про него? Он же в этом лагере находится и что-то там по огороду помогает и все такое. Странно, почему она именно у Дикона спрашивает, как дела. Слушай, ты приглядывай за ним. В смысле? Ну, потерять руку — это серьезно, у него жизнь перевернулась. Но это была так себе жизнь, давай уж прямо скажем. Единственный. Ну да. Да, очень медленно растет доверие, конечно. Выживать не значит жить. А, ну понятно. Так. Прежде чем ехать к указанной точке, давай посмотрим, что у нас. Тишина, да? Портироваться можем? Да, быстрый переход. Нормально. Туда и поедем. Как поедем? Телепортируемся. Че кататься-то? Как бы бензина ты все равно столько же сожжешь. Что за лагерь такой? А, ну да. Все с ним нормально. Жить будет. У них тут, короче говоря, огород просто находится. Хрена в какой-то далеке, в каком далеке от основного лагеря они продукты выращивают. Еще поблизости ничего было не найти. Вот типа вот здесь вот лагерь. Вот здесь вы свои овощи выращиваете. Нет, вообще куда-то вот туда затесались. Да. Это странно. А там Бухарь одной рукой вкалывает. Все? А поговорить? Чувак нарисовался сам по себе. Ну, Как дела-то? Он, видимо, тоже телепортом пользуется. Трепаться некогда, уж извини. Ну, увидимся. Да. Вот я о чем говорю, то что ехать, просто тратить свое время на покатушки, просто для того, чтобы поздороваться. Он скажет, мне некогда с тобой разговаривать, извини. И все, и ты должен повернуться просто и уйти. Так и живем. Вот опять километр ехать просто, чтобы до какой-то указанной точки добраться. Эдди, ты на связи? Да, Дикон, я здесь. Слушай, ты знаешь, походу он там сник совсем. Что-то я уже за него волнуюсь. Да, я тоже. Когда он ко мне зашел, он был какой-то злой, подавленный. Я за ним присмотрю, чтобы не натворил каких-нибудь глупостей. Может, придумаю что-нибудь. Постарайся, Дикон. Бухарь, по-моему, больше разговаривает с незнакомыми людьми, чем с своим корешем. Ладно, как хочет. Как выделывается. Все, больше заданий никаких. Съездить с камнем, поговорить на другой конец карты не надо. А то я могу. Давай обратно портуемся. Еще бы байк прокачать, чтобы поменьше бенза уходило. Откройте ворота. Я вот все думаю про фриков. Все, сейчас заправляемся, и, по-моему, надо будет к старому идти. Купишь что-нибудь? Бас, как дела? Купишь. Много топлива жрет, да? Буду здесь, если понадоблюсь. Даже не представляю. Просто вот. Еще увидимся. Как с куста, сотня баксов, 200. Ну да, 200 баксов улетело. Давай, Железный Майк, просвещай. Вот здесь шансов больше всего. Ну, не знаю, Майк. Мы уже теряли там людей. Теряли людей? Кого? Когда? Да, месяц назад. Эвансы. Опять Железному Майку забыли лицо прорисовать, и у нее опять на сардельку сморщенную похоже. Торес, за припасами ходили. Я ж тебе говорил. Ни хрена ты мне не говорил. Я говорил. Мы пошли за ними, но вход завалило. Байки стояли снаружи, везде были фрики, не помнишь? Я даже не уверен, что они попали внутрь. В чем проблема? Мы тут посмотрели те бумаги из Кэмп Шермана. Угу. Там есть шахта, которую собирались расширять. Конечно, и там наверняка осталась взрывчатка. Да. А теперь Шиза говорит, что мы уже потеряли в этой шахте двоих. Эй, нет, Майк, я не это сказал. Слушайте, я... Ну давайте карту, я заберу взрывчатку и поищу ваших людей. Эй, ты чё психуешь-то? Вот ты ему веришь, Майк, а я нет. Скажи. Сколько Такер сейчас отстегивает за ящик динамита? Ты мне это прекрати, он дело делает. Правда? И какое дело? Херит нам договор с упокоителями, берет Рики и едет тусоваться хрен знает где? Что он делает, а? А ты что делаешь, а? На жопе сидишь, пока все пашут. Я охраняю лагерь. От грабителей, воров и всяких намадов. Эй, а ну-ка хватит. Хватит! Вот что, не доверяешь? Пойдешь с ним. Но только помни, и ты тоже. Помните, мы тут все из одного лагеря. Ладно, как скажешь. Утром возьмем байки и поедем. Сейчас поедем. Ха, сейчас? Да. Прямо сейчас посреди ночи? Ну да. Пока темно, будет меньше фриков внутри шахты. А, точно. Пока ты маялся дурью и гонялся за черными вертолетами, стал экспертом по фрикам. А что, надо быть экспертом, чтобы знать, что фрики выходят по ночам? Так, да? Ну все, прекратите. Ладно, ладно. Хочешь сейчас, поехали сейчас. Но карта будет у меня. Ой-ой-ой. Карта будет у него. Послушай, у него есть тараканы, но это как у любого из нас. Но он знает, что делает. Скажи это Торесу с Эвансом. Я приблизительно помню это задание. Дик, я просто не хочу, чтобы с ним в этой вылазке произошел какой-нибудь несчастный случай. Господи, за кого ты меня принимаешь? Я пока не определился. Поговорим, как вернешься. Охренеть. Мы сейчас вдвоем с ним поедем туда, как раз в шахты. По-моему, первый раз, когда нам будут давать взрывчатку. Куда мы едем? Лаки Лэд, знаешь, где это? Да. Я тебя там подожду. Да? Не отставай. Ну давай, чего мы едем, нет? На бесплатном бензине. Дикон, ответь! Это лагерь Лост-Лейк. Прием. Да, Рики, что случилось? Я тебя искала, а ты пропадаешь где-то. Я с Шиза. Майк дал поручение. К утру вернусь, а что? Я просто хотела узнать, когда уже поедем трансформатор чинить. Ты все мечтаешь о горячем душе? Типа того. Я буду утром, тогда и обсудим. Конец связи. Не, ну вполне нормальное желание помыться горячим душем. Надо было сразу этот трансформатор чинить. Но где застрял-то? Я отвлекся. Так это люди Майка оставили? Мои люди. Ну да. Торес и Эванс. Они не намады, но водище все же выходили. Я думал справиться. Ошибся ты, походу. Водище давно поделено. Повсюду гребаные мародеры. Шиза, скажи-ка, а почему ты не забрал их добро, когда приходил сюда их искать? Потому что тут были фрики. Понял? Типа таких. Только их было мелкие. Идем. Шоколята. Майк сказал, взрывчатка хранится в сейфах. Где-то в конторе должен быть комплект запасных ключей. Сраные шакалы. Как же они меня бесят. Ну, так давай их перебьем, да и все, что-то. Давай, наверное, перебьем, пока их 50 не стало. Вот так. Они же безобидные, особо. Но когда их много, толпой они могут, конечно, тебя накрячить. Эй, иди сюда. Давай я тебя подсажу на крышу. Ну, конечно. Готов? Я, говорит, тебя подсажу, а ты не хочешь вот этих вот перестрелять? Прямо в башку. Ну да. Я думаю, это гнездо у них там. Вон, все стенки в говне. Да. Залезай! Есть. Хотя гнезд шакала я еще не видел. Ну, кстати, выстрелы мои остались еще. Но не все. По-моему, у шакалов нет гнезд. Чего бы это? Ага, нашел. Ключи от шахты. Готово. Ага, поищи, не завалялись там фаеры осветительные. Ты что, не взял фонарик? Взял, но батарейки сели. Их теперь еще попробуй найди. Так, это по максималке. Фаера нужно искать. Подожди, это попозже возьмем. Чтоб катсцена не сработала. Ну, что это такое? Банка? Надо? Почему-то он ее взять не может. Он вообще не отмечается, нужна она или нет. Ну и хер бы с ним. Шиза! Я нашел фаеры! Ага, попробуй высадить дверь. Я зайду и заберу их. А я как будто что, не заберу их? Вон там фаеры. Да. Дай ключи. Какие, эти, что ли? Да, давай сюда. Эй, слушай, а давай ты лучше покажешь дорогу до сейфов? А я их открою. Ну прям гусары ругаются. Никаких? Только не потеряй. Да, я очень постараюсь. Взял. Ну, пошли. Наведи. Ну, пошли, наведи. Ну, наверх, по-моему, надо вот еще выше от этих гор. А нет, слушай, тут мы прям возле лагеря. «22 патрона». Видишь, как я и говорил. Вроде бы вот тут можно будет протиснуться. Ну, так пролезайте, чего. Кстати, мы же собирались ночью идти. Сейчас-то день. Куда вы лезете? Давай, ну, толкай! Толкаю, толкаю! Так, используй этот валун. Есть! Вот так. Фу. А выдержит? Надеюсь. Все грязные, как бомжи. Напоминаю, пушку не доставай. Ты же сказал, там никого не будет. Ну, карта у него. Я говорил, и я серьезно. Если фрики есть, хватит одного выстрела, чтобы они все сбежались. Да понял я тебя. Господи. Если что, у меня есть пулемет с собой еще. Пулемет, автомат до кучи. Я думаю, этого хватит. Помню, что на нас такая, ну, толпа большая нападет. Можно прийти прямо по главной штольне. Отбиться вполне нормально. Давай, веди. Черт, тут пройти не получится. Глянь карту. Есть другой туннель? Вентиляционная шахта? Они начали строить соединительный туннель. Но его закрыли из-за угрозы обрушения. Где? В той стороне. Веди еще. Вот тут? Здесь? Да. Ну, похоже, его закрыли. Ну, так что, ломать будем? Ну, выглядит как-то неустойчиво. Я тебе так и сказал. Да. У меня есть только это. А у тебя фонарик. Уступаю честь тебе. Давай с ноги тут три палки-то вынести. Это не так делается? Видимо, все пошло. Не просто так они свернули работы. Тут, походу, одной динамитной шашки хватит, чтобы вся шахта обрушилась нам на головы. Да ладно. Нахрен нам этот фаер нужен, если у меня фонарь есть. Но пока в сцене они идут без фонаря. Охренеть. Ты как, цел? Да нормально. Твою мать. Проскочили. Да. Ну все, назад пути нет. Пошли. Нам туда. О. Что ты делаешь? А как ты думаешь? Фаеры кидаю. Фонарик. Зачем? У тебя есть карта. В этом долбаном лабиринте полезно знать, где мы уже проходили. А чё так медленно идем? Ну, фаера не просто так здесь кидает. Налево. Сюда. Что? Твои люди. Да. Торес этот свой дурацкий жилет вообще не снимал. Говорил ему. Такой ядреный цвет тебя однажды погубит. Так оно и вышло. Его друг потерял руку и умер. А Торес неделю его ел. Вряд ли. С тобой бывало такое? Есть грани, которые я еще не перешел. А. Они каким-то образом попали в эту шахту. Зачем сидеть? Вот так же То же самое, что и Ван Тилдаун. Зачем? Просто нужно было сидеть неделю, есть труп друга, если ты можешь просто попробовать с этой шахты выйти. Нет, они лучше будут сидеть на жопе и жрать человечину. Ладно, я понимаю, можно предположить то, что человек может есть другого человека, когда он находится на необитаемом острове. Когда он там закрыт по каким-то другим причинам в какой-нибудь, клетке там, ему никак не выбраться. Но когда есть вход в тоннель, допустим, вход в какую-то шахту, и они просто получают какие-то, допустим, теряют своего напарника и сидят на месте, его жрут постоянно. Чё за дела вообще? Не понимаю, это какой-то фетиш, что ли, у PlayStation эксклюзивов? Есть человечина, это странно вообще. Я тоже. Отойди-ка. Фриком их не оставлю. Идем-ка на выход. Ага. Да. Причем выход-то тут в 10 метрах вообще. Ну хорошо, не в 10, но метрах 50. Давай, здесь можно пролезть. Ну так лезь. Тут тесновато. Пролезешь? Ну, я-то не сижу весь день на жопе. Очень смешно. Давай. Рабочие, между прочим. Первый зал должен быть... Рабочие, между прочим, в этой шахте постоянно ежедневно работали и находили дорогу. Как в шахту, так и из шахты. Тот за неделю выход не смог найти, просто обиделся на весь мир, сел и начал друга своего поедать. Где логика вообще, хрен его знает. Здесь, совсем рядом. Если ты ничего не перепутал. Не перепутал. Иди быстрее, а. Видишь? Еле плетется. Нет, вот они. Кирочка какая-то валяется. Голяк, пусто. Черт. О, ты что, мне не веришь? Конечно, как себе. Идем. Может, все в одном месте сложили. Проверим второй. Сюда. Точно, давай, может взрывчатку еще. Подожди, у меня персонаж бежать не умеет. Теперь. Он забыл. Как и перекаты делать, и все остальное, он просто ходит очень медленно. Шиза, нет, стой, стой. Мы где-то ошиблись. Что? С чего ты взял? Да с того, что мы пришли не отсюда. Ты думаешь, эти фаеры типа отрастили ножки и сами пошли? Может, я запутался. А почему фаер желтым светится? Он же красный таскает. Окей. Но у него там какой-то красно-желтый уже горит. Это главный тоннель. Что? Это главный тоннель. Видишь рельсы? Когда мы вошли, мы рельсов не видели. Как это? Но вот же мои фаеры. Как они... Фрики перетащили. А, кто-то над нами стебется. Пошли, сюда. Стой, стой. Погоди секунду. Может, правда фрики перетащили? И дал он только 2 фаера, кстати. Это уже 3-й, который я вижу. А ну, кто здесь? Выходи! Покажись! Шиза, лучше убери пушку. Ты что, долбанулся? Не понимаешь, что ли? 1 выстрел. 1. И все фрики из этих туннелей тут же нагрянут сюда к нам в гости. Ты же говорил, что... Так идите ночью. Ну что за хрень вообще? Они же ночью собирались туда идти. В итоге поперлись днем. Ночью тут не будет никаких фриков. Что за хрена? Берегись! В него не попасть! Вот сука! Эта тварь ключи утащила! Черт! Эй, ты куда? У него ключи! Ловить надо! Естественно, ключи надо... Да ведь уйдет же, зараза! Держать в самом... Ключи надо держать в самом видном месте. Чтобы вообще любой мог украсть. Ах ты засранец! Иди сюда! Отдавай ключи, гаденыш мелкий! Куда ты делся? Я вижу, куда он делся. Туда вниз побежал. А чё за хрень? Почему он умер-то? Я же нажал на отбиться. Ну давай еще раз. Эй, ты куда? У него ключи, ловить надо! Ой, верни! О, да ведь уйдет же, зараза! Ах ты засранец! Иди сюда! Так, прямо, ключи, налево. Куда ты делся? Он тут, он прыгает. Угу. Да, блядь. А почему они не показали еще кнопки, которые надо прожимать? Ты должен об этом тоже догадаться? У него ключи, ловить надо! Да ведь уйдет же, зараза! Хорошо, сначала одну кнопку действия теперь мы прожимаем, потом вторую. Надеюсь, третьей не будет. Это будет сюрпризом каким-то. Еще один. Куда ты делся? Так. Ладно. Закончил, да? Что-то можно было с ним сделать, но нормально. Главное в отремонтированном состоянии держать оружие ближнего боя. Там Шиза уже вовсю стреляет. Дебила. Ему же сказали. Еще трофей. Так и бери дурака на задание. Чтоб тебя. Сдохни, тварь! Шиза! Один выстрел. Шиза, не стреляй! Что? Да ничего уже. Давай постреляем. Что за хрень? Что за хрень? Ну что ты, дебил? Ты так фриков со всей шахты приманишь. Блять, отбери за у него пистолет, дай ему в голову нахер. Кстати, фрики с одного удара укладываются. Окей, в печень. Пушку убери! Ты что несешь-то, а? Бля, вот кретин, а? Вот серьезно, дурак. Он там уже на орду настрелял. Блядь. Черт! Лупит и лупит со своей пукалки. Бля, когда у него, кстати, патроны кончатся? Идиот. Вроде это все. Кто-то говорил, ночью не будет. А я не говорил, что будет. А вы и не ночью пошли. Что мне было делать? Бросаться камнями? Что было делать, придурок? Меня слушать в другой раз. Бей этим. Как угодно. Спасибо, скажи. Как будто он не знал, над чем бить. Жизнь. Если бы ты не сбежал, спасать бы меня не пришлось. Мы дело-то закончим? Да, пора бы. Идем. Дефайр у него, по-моему, тоже бесконечный. Эдди сказала, кто-то пытался спалить его татухи. Упокоители, да? А тебе-то что? Здорово, Фарка. От одного намада, будто упокоители ищут двух бешеных псов. Так, это все, что надо, да? Ну, как видишь. Прилома. Я до сих пор ношу цвета. Мы не прячемся. Если Карлосу нужен бухарь, он его найдет без проблем. Но сначала ему придется побеседовать со мной. Можно что-нибудь смастерить. Пойдем дальше. Я бы у этого кренделя все равно отобрал пистолет. Кстати, он ему палку давал. Он ее за спину положил. Так, палки уже нету. И нахрен ему фаер, если у меня фонарь горит. Просто, я не знаю, как прожектор. Все освещает довольно-таки хорошо. Походу, у него на тебя был зуб еще до нарушения перемирия. Был зуб. Слушай, я не знаю, и мне наплевать. Случалось ли мне убивать упокоителей? Было дело, еще как. А после того, что стало с Бухарем, я буду убивать этих психов и дальше. Да? Ну, Карлос среди них главный псих. Ты лучше не дразни его, братан. Ты слышал, что я тебе сказал? Мне наплевать, и я тебе не братан. Помнишь, что я говорил Майку? Срал я на вашего Карлоса. Я о тебе же забочусь. Ты теперь один из нас. Ну да, ну да. За нас с Бухарем не парься. Особенно без у меня фонарик в жопе. Вон, просто ты стоишь к нему спиной, к стене, а фонарь у тебя в очке. Нахрен ему фаер. Тем более, бля, не знаю, вы идете в шахты, чуваки, и вы почему не догадались с собой фонарь взять, керосиновую лампу, да что угодно, просто, я не знаю, все, что может тебе дать свет. Нет, они обязательно зашли, взяли ключи от этой шахты. Нахрен от шахты ключи, если там вход деревянный. Ладно, дальше они пиздуют с этим, берут ключи от шахты, они берут фаера. Зажигают эти фаера и идут с ними, хотя есть у одного фонарь. Что, где логика, чуваки? Бинго. Покажи. А, неплохо. Старик будет очень доволен. Ну точно, у одного в руке фаер, у второго динамит ящик. Идиоты. Это как понимать? Ты знаешь, старика. Сам видишь. Давай вместе. Ну-ка. Спасибо. Они бы сейчас бенгальским огнем пошли. Думает, что договор с упокоителями нас защитит. А по правде, срать им на этот договор. На нас они не нападают потому, что слишком заняты на севере. Копленд, Хот Спрингс. Знаю, я был там. Тогда сам понимаешь. Они еще нагрянут. А наш Майк просто не станет им мешать. Позволит этим лысым недоделанным фрикам утопить нас всех в крови. Майк так не поступит. Думаешь? Ну, Майк не такой скользкий, как Шиза. Давай. Майк мужик такой, старой закалки. Ух ты, никогда еще так не радовался солнцу. Да уж, я опять с тобой согласен. Второй раз они замечают, какое время дня или ночи на улице. Мы, говорит, пойдем ночью. И перед тем, как зайти в шахту, посмотрел, светило солнце, то есть день. И они вышли с этой шахты тоже днем. Хотя собирались идти ночью. Уже второй раз за день. Погоди-ка. Там кто-то есть. Эй, да. Давай. Внутри кто-то есть. Эй, ты чё прячешься? Штаны наложил. Мародеры. А, готовься. Что тут готовится сейчас? Давай перехерачим их, да и все. Давай разделимся. С двух сторон зайдем. Сестренка, я думал, ты просто хочешь поболтать. Ну, да, блин, большое расстояние. Не жалей патрон. Убить ублюдка! Убить! Это же просто намаз! Убить его! Нет, нет, нет. Окружаем! Нет, нет, нет. Вроде все передохли. Быстро что там исправили. Да. Пошли. Чуть-чуть меня подзадели, но это ерунда. Походу, это те же гады, что разворотили байки. Ехали мимо, увидели наши. Подумали, легкая добыча. Какие байки они разворотили? А мы с тобой хорошая команда, хоть и неприятно это говорить. Да. Так и не говори. Ты мой друг, я твой друг. Эй, я что сказать хочу. Когда вы с Бухарем приехали в лагерь, Майк вас принял с распростертыми объятиями. Я думал, у него маразм, старик-то наш уже не тот. Ну и к чему ты клонишь? Я к тому, что мы с тобой друг друга поймем. Я это вижу. Ты сам знаешь. Блазывается за концом. Если Майк не опомнится, лагерь наш полгода не протянет. Я жду, когда ты перейдешь к сути. Слушай, я на тебя, конечно, наезжал. Что уж поделать. Но все видят, что ты... Кстати, только сейчас обратил внимание, у нее такая кепка грязная. От нее, наверное, так воняет просто жутко. Сделал для друга, что делаешь для лагеря. Скоро все изменится. Когда Майк, скажем, пойдет отдыхать, мы с тобой станем править лагерем вместе. О, понятно. Мы с тобой. Да. Правим лагерем. Ага. Демократия. Значит, вот к чему ты ведешь. Да ты слушай, придурок. Слушай внимательно. Ага. У меня много друзей в совете лагеря, и они согласны. Готовы отправить старика на покой. Ни хрена, Рики никогда на это не купится. Да он рохлый, как и старик. Железный Майк тебе доверяет. И это ошибка. Одна из многих. Которую я не допущу. Да, я понимаю, что мы все хотим выжить. Конечно. Но есть грани, которых я еще не перешел. Например, ударить друга в спину. Одна из них. Лучше уж старика, чем весь гребаный лагерь. По-моему, в этом плане проще Шиза взять и замочить. Чтобы не пытался там какие-то бунты, перевороты делать. Ну серьезно. Просто взять его, убить проще. Одного бунтаря. И все. Ну ладно, ему и виднее, конечно. Но тут хотя бы у нас Дикон поступает по совести. Окей, надо вообще, по идее, ему надо все Майку Железному рассказать, и он бы устранил бы этого Шизу вообще на раз-два. Если Дикон промолчит, он будет неправ. Кстати, там у нас патроны на заднем плане валялись. Вообще очень медленно доверие это растет. Надо 25 тысяч, а мне дают по 400 всего. Вот какое-то очень крутое задание выполнить, чтобы хотя бы десятку добавили. Так, ладно, давай мы патроны отсюда забираем. Ладно, я об этом подумаю. Угу. Почему Майк доверяет такому уроду? Да еще сделал его начальником охраны. Да. Это вдвойне тупизна еще больше, конечно. Видно же, что скользкий тип, но нахрен его начальником охраны. Лост-Лейк, ответьте. Дикон Сент-Джон вызывает Майка. Дик, ну что, вы ее нашли? Взрывчатку? Да, Майк, нашли. Шиза забрал все и повез в лагерь. Слушай, Майк, я должен тебе сказать... Хорошо, хорошо. Только нам теперь нужен к ней запальный шнур. Ты же понимаешь, я посмотрю по документам. Майк, послушай. Шиза, он... Ну что еще? Опять решили друг в друга пострелять? Нет, Майк. Он... Малые прибежали, волки. Слушай, он хочет управлять лагерем. Он мне сказал, вот. Что... Дикон сейчас говорит то, что против тебя готовится заговор. Вот, это уже как бы нормально. Сейчас мы, кстати, едем за этим, за Бигфордовым шнуром. По-моему, он так называется. Ну, тут просто называют его запальный шнур. Да, это я и так знаю. Помнишь, я же тебе говорил. Шиза считает, что я пацифист и что я всех нас угроблю. Он прощупывает почву. Майк! Дик, я же сказал. У Шиза свои законы, но... И у нас ведь тоже. Спасибо за заботу, но я могу за себя постоять. Конец связи. Че он его оправдывает, я не знаю. Ладно. Выгони нахер его с лагеря, да и все. Если убивать не хочешь, просто выгони с лагеря. Иначе тебя завалят тебя. Нет, у него просто свои загоны. Вот тут. Ой, как удобненько, да, отмазка. Кто-то у ворот. Откройте ворота. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Сегодня поговорим о наркотиках. Я не люблю это дело. У меня хорошее настроение, Коуп. Не надо мне его портить. Чего орать-то? Эй, Дикон. Бас, как дела? Показать мою базу? Давай, заправляемся. Я заправлю. Да. И можно двигать на задание, да? Мы сейчас за шнуром еще поедем. Много, надеюсь, не Шиза что-то. Ну, реально, он такой персонаж такой прописанный, где бесячий. Я не знаю. В смысле не знаешь? Он был с тобой. Но было, потом свалил куда-то. Хрен его знает. Шиза, ты чё? Минуточку. А как у нас Бухарь был с ним, если мы сейчас с ним ездили за динамитом? А Бухарь там вообще трудится с одной рукой на это, как мы же ездили его только что проверять. Мы сначала по сюжету Бухаря проверили, то, что он на огороде вкалывает, разговаривать не хочет. Потом мы поехали у Железного Майка, взяли задание. С Шиза съездили в лагерь. Ой, не в лагерь, съездили в горы, забрали динамит. Приезжаем в лагерь, он говорит, ты где, Бухарь? Что, блин? Ты мне втираешь, а? Отвали! Слушай. Он взял бутылку виски и сказал, что идет домой. И все. И ты его даже не остановил. Вот ублюдок. Эй, мы пытались. Но иногда человека надо отпустить. Надо понимать, когда он спекся. Надо было спечься вот реально еще в горах, с этим Шиза, кинуть его нахрен. На съедение фрикам его просто оставить. Дик, эй, Дик, можно тебя спросить? Чё, что, я могу тебе запретить? Нет, я слышала, что Шиза и Железный Майк крупно подцапались. Не знаю, что происходит. То есть, говорят разное, например, что Шиза хочет стать главным. Но это же... Давай, конечно же, это обсудим. Мы поехали этот... Рики, ответь! Поехали пьяного Бухаря. А в чем дело? Бухарь ушел и не вернулся. Погоди, я открою. Черт, ты за ним выехал? Тебе помочь? Нет, я сам его найду. Почему его вообще из лагеря выпустили? Тут вот ворота одни, по-моему, которые открываются, вторые пасутся с вышки. Второй выход из лагеря, все. Вышел он, скорее всего, через ворота, пьяный. И его выпустили спокойно. Ладно, его Шиза не задержал. Но охранники-то куда смотрят вообще? Бухарь, ты меня слышишь? Бухарь! Да, Дик, да, я тебя слышу. Я, кстати, помню, где он, тебя носит? Стемнеет уже скоро. Где? Я на ферме. Я на ферме. Господи, жди меня, я сейчас приеду. Ждать здесь. Да, я понял. Нет проблем, я тут на ферме. Вон он тут сидит. Он где-то тут ходит. А, еще дальше. Следующий, значит, сарай. Он сарай вот в том. Да ладно, он даже в городе. Подожди. Значит, он в том сарае. Он. Так, вот эта ферма. Рики сказала, бригада была здесь. Бухарь! Слышишь, Бухарь? Черт! Вот эта ферма. Я тогда вообще ничего не понимаю. Он работал здесь на ферме, взял бутылку вискаря и ушел. Шиза-то каким макаром тут находился. А, блин. Что, надо с кем-то поговорить? Да, походу. Эй, где Бухарь? Кто? Здесь эти прям на старте два чувака стояли. Нет, он еще здесь. Здоровяк, однорукий. Да, я понял, о ком ты. Он пошел в ту сторону, к тому старому дому. Я думал, за ним кто-то приехать должен. Увидишь его, скажи, пусть ждет тут. И сообщи мне или Рике. Ладно, не вопрос. Открывайте! К тому же он работает на огород. Его, по идее, не должны особо были выпускать. К тому же пьяного. И куда бы он далеко сам-то ушел. Да, давай так проедем. Подсократим, вон он там на ферме трется. Бухарь! Ты меня слышишь? Бухарь! Сильнее крикни. У него бутылка виски. Куда он мог пойти, чтобы нажраться виски? Сарай, куда? Может, на ферму улизнул? Сарай он где-то. Окей. Сколько у нас тут домиков вообще? Один. Второй. А во втором поищем. Он не в самом доме точно. Он? Нет, не он. Где он? Мне кажется, он где-то вот в таком закутке валяется. Его просто не видно. Где этот алкаш? Да еще раз вот в этом сарайчике посмотрим. Я, может, чего-то не заметил. Да нет. Тут вообще сено одно. Че, в дом идти? Блин, ну пошли в дом. Тут еще речка рядом. На реку, мне кажется, он вряд ли поперся. Наверное, мне сюда. Да, он все-таки в доме. Ты здесь? А мне прям почему-то запомнилось. Не здесь. Что он где-то в сарае. Это его следы. Все какие следы. И следы. Вот и искали. Ну да. Посидеть, книжку почитать. Бутылка виски пустая. Только бутылка пивная у него в руке. Упаковка пива? Крючок ему какой-то пришпандерили. А? Он по скрипту в этом сарае появится. Вот. У нас теперь, короче, появилась банши. Теперь банши может появляться в толпе и так далее. Ну, они еще отдельно ходят. Главное, что? Главное, чтобы она не кричала. Если она кричит, она созывает как сигнализация всю толпу, которая здесь рядышком ходит. Поэтому аккуратней с ней. Сначала, наверное, банши надо замочить. Банши, сука, заткнись. Куда она? Куда она ушла? А где банш? Только что же здесь была. Опа, отла. Где-то справа или банш, или фрик просто какой-то. Вон она. Той сучка. Интересно, к ней можно подкрасться просто? И говорят, если посмотрим, за ней проследить, она песни поет. Режем, короче говоря. Я думаю, я еще успею на банши насмотреться. Ладно, посмотрим. Все, не уйдешь. Бутылка пустая. Он идет в ту сторону. Черт. Шиза прав. Он идет домой. Угу. Идет пешком. Он не мог уйти далеко. Какой домой он идет? Вообще следы исчезли. Странно это все. Только что возле банши валялась разбитая бутылка. Ты идешь по следам в сторону моста. Но тебе тут же игра пишет то, что ты покидаешь район задания. Может, конечно, это глюк какой. Мне нужен. Нет, район задания покидаешь. Возвращаешься обратно, следы вот здесь как будто, но он их не видит. Странно. Тут у нас больше ничего, да, не отмечается. Хорошо. Давай, короче говоря, мы его посмотрим. Да блин, он везде может быть. В доме его точно. Тут у нас речка, да, течет? Может, он через реку куда-то утопал? Вряд ли. Ну и в сарае искать опять. Короче, два варианта. Либо игра подзаглючила, и скрипт не срабатывает. Где он? Отсюда он вряд ли ушел. Да, походу, это глюк какой-то. На, я попробую его еще здесь поискать. Ну вот еще сарайчик, но его там нету. Че ему там сидеть-то? Он говорит, он пошел домой. Я думаю, что все-таки тут должен скрипт сработать. И вот она, эта отметка должна перенестись дальше немножко. Но этого не происходит. Поэтому давай нарочно завалим задание. Выбежим из его района. Мне нужен мой байк. Подожди, а мне что нужно? Именно на байк садиться? Ну, давай так попробуем. Возможно, он утопал на соседнюю ферму вот туда. Бухарь! Бухарь! Здорово! Как дела? Понятно. Нужно, Бухарь, да. Ты сказал... Это не игра подзаглючила, а я подзатупил, потому что ему надо было именно на байке. Ал, ты на ферме. Я вот приехал, и тебя тут нет. Это какая... Так это я на другой ферме. Я пошел на другую ферму. Я тут... Нашел упаковку пива, и я решил сходить прогуляться. Ну, типа закатом полюбоваться. Все дела. В общем, я дошел до другой фермы. Вот. Старый маг на ферме жил. Черт! Бухарь, ты что там делаешь, придурок? Шакалы кончились? Нет, еще есть. Ну куда? Вон еще бутылки. Пустые. Следы. Ясно? Значит, ты не в амбаре. Дом. Ну, дом с амбаром вряд ли спутаешь. Ну, пошли в доме поищем. Мне кажется, так, его в доме нет. Надо осмотреться. Дом, скорее всего, сквозной. Бухарь, ты здесь? Второй этаж. Бухарь! Наверху? Там только бутылка разбита. Теперь? Ну, я вообще просто что-нибудь еще ищу. Ну, есть. Еще одна спальня. Посмотрим. Тут поблевал, что ли, немного? И еще одна бутылка. Тут мокро, но лучше не знать. Бухарь, ты где? Бухарь! Дик, а я думал, ты приедешь сюда, выпьем с тобой пивка, прогуляемся. Так, скажи мне, где ты? Посмотри по сторонам. Что ты видишь перед собой? Что там рядом? Дай мне хоть ориентир какой-то. Да все я сказал тебе. Ой, ты смотри, прикольно. Что там? Что у тебя там прикольно? Дорога. Дороги нет. Это надо же. Как будто кто-то пришел и, не знаю, просто смел ее нахер. Дороги нет? Ну, это... Как будто кто-то пришел и смел дорогу нафиг. Я что он имеет в виду? Иду себе, иду, и вдруг бац, дорога кончилась. Куда? Куда ты идешь? Домой. Я иду. Домой. Будь там. Просто оставайся там. Спрячься только. Услышишь мой байк, вылезешь. Я еду. Я ни от кого прятаться не буду. Я иду домой. Принял, он ушел на километр аж. Чтоб тебя, Бухарь. Слушай, далеко он прошел. Это что? Еще одна бутылка. Это здесь. Ладно, где? Он же говорил, что он на ферме. Это точно он. Как у него вылезает бухла. Довольно-таки быстро он пьет. Нашел. Мне нужен мой байк. Бля. Байк нужен, чтобы его увезти. А, ну понятно. Но за нами сейчас толпа, значит, побежит, а мы поедем с пьяным Бухарем на мотоцикле до дома. Я пошел по твоим следам, как ты меня и учил. Поэтому в этом задании Дикон прям трясется. Подожди ты на месте, а? Дикон прям трясется за то, чтобы у меня недалеко от байка отходить. Стой. Вон он там ходит. Сейчас мы патронов для автомата возьмем. Вдруг сначала придется пострелять. Вот он! Вот он. Не поздновато гулять? Дик, как дела, приятель? Ты далеко собрался? Домой. Чего непонятно? Но мы не можем сейчас вернуться на гору Али. Да пошел ты нахер со своей горой, я иду в Фервал. Короче, все, пошли. Не, братан, давай-ка не нанимайся. Хочешь мне врезать? Тогда давай, вставай в очередь вот за этими. Класс. Там уже серьезная орда. Налетай! Ну что, это все? Значит, мы сдохнем вот так. Да, сейчас разбежался. Ну, Бухарь, а? Бра. Помнишь, когда погибла твоя жена? Что я тебе сказал, моя Джо? Что я тебе сказал? Ты сидел с полупустым ящиком вискаря и собирался упиться до смерти. Что я тебе тогда сказал? Ты взял бутылку и выпил залпом, она была полная. Сказал, что если уж упиваться насмерть, то ни в одно рыло. Так будет по-братски. Ну так что, Бухарь? Это все? Мы сдохнем вот так? Хрен с ним, погнали отсюда. Быстрее, гони! Гоню я! Так давай еще быстрее. Там машины разбиты. Бухать надо было меньше. Вижу, блядь. Нормально, уйдемся. Правда, что-то мы не в ту сторону доедем. Да уж заметил! Да, так вот свернем. Вот, вроде в той точке. Скорее всего, мы в лагерь, да. Это последний! В лагерь едем. Теперь все нормально будет. Ну да, я знаю. Я и не сомневался. Эй, Дик! Бухарь, слушай! Не, я просто хочу сказать. Спасибо, братан. От души. Бухарь, заткнись и послушай. Ты приехал сюда и спас меня, идиота. Снова. Я у тебя в долгу, короче. Я в долгу. Нет, Бухарь, это я у тебя в долгу. Короче, слушай, если бы не ты, я бы давно уже загнулся. А то и хуже. Ты же говорил, нет ничего. Ну, оклемаешься? Конечно. Да болтают они потом. Меня уже моя коечка зовет. А уже не качается, уже трезво идет. Ну как? Слегка под шофе. Хорошо. 1750 лагерей доверия. Нормально. Так. Давай, не расходует концентрацию. Перезарядка. Может быть, когда-нибудь это пригодится. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький... Дик, патроны нужны мне? Что ж ты так давно не заглядывал? Так, ну. Блэр, отлично выглядишь. Дик, ты его нашел? Да, Рики, нашел. Ах, как он? Скажем так, завтра у него будет зверское похмелье. А она мне сейчас по рации звонит. Приму к сведению. Я как раз хотела навестить его в 6 утра. Да, да, слава богу. Что-то не видно, чтобы она по рации разговаривала. Я очень рада, что он живой. 100 лет тут просидим. Эй, Дикон! Нету 100 лет, пара дней, не больше. А, уже все? Полный бак? Ну, загляни позже. Не засчитали, да? До встречи, Дик. Нет работ. А, только здесь задание одно. Ну, слава богу, что пока не напрягает с камнем разговаривать. Так, давай мы, наверное, сделаем перерыв на 3 минуты сейчас. Будем дальше сюжет проходить. Сейчас я подойду. Где отвертка? Продолжаем. Так, что мне? Просто нужно подойти в эту точку или что? Встретиться с Рики насчет Бухаря. Ну, встретились. Что задание не работает? Ладно, давай я выйду с лагеря. Эй, постой! И обратно заходим. Может, так скрипт сработает. Да. Эй, Рики, я... Она возле мотоцикла была. У меня к тебе просьба. Ага, какая? Насчет руки Бухаря. Ты вот крюк сделала, и он классный, но было бы очень круто, типа, вместо крюка, ну, не знаю, прикрепить нож, ну, короче, клинок, понимаешь? О-о, но... погоди. Помоги. Спасибо. Ну так... Ага, я извиняюсь. Ну, ты хочешь, чтобы я сделала протез с клинком для Бухаря? Ну да, вдруг понравится, почувствовать себя, ну... Типа как боевой робот? Ну, не то чтобы прям как... Да ладно, я стебусь. Это крутая идея. Гляну, что у меня есть, и скажу тебе, что мне нужно. Идет? Идет. Супер. Сейчас еще за запчастями поедем. Как-то так. Подождать вызова Рики. Ну, давай тогда мы выкатываемся из лагеря. Она должна мне позвонить, сказать, что нужно. Эй, постой! Снежок пошел. Все, прям тут стоим. Ждем пока. Тупо вызова. На карте же у нас ничего такого нету, правильно? Нет. То всей толпой звонят одновременно, чуть ли не по 3 вызова сразу же, то вообще все молчат. Сейчас подождем, пока игра сообразит. Можно даже быстро сохранение вот нажать. Давай-то едем куда-нибудь. Ну и чё, где задание-то ваше? Рики, о, я ее нашел. Жива. Дикон, слава богу. Слушай, она не захотела идти со мной. Отправь навстречу кого-нибудь, кто ее знает. Она идет в лагерь. А, ладно, хорошо. Отбой. Насчет кого он говорит? Я, говорит, ее нашел. Кого ее? Речь была вообще Бухарь, ты на связи? Про запчасти для руки. Да, Дик, только вернулся с работы. Опять полдня таскал ведра из дерьма. Вот сволочь этот Шиза. Не стану врать, я скучаю по всему этому, по отищу. Что поделываешь? Все гоняешься за Н.Е.Р.О, высматриваешь вертолеты. Ага. Ну и как? Узнал что-нибудь про Сару? Нет, пока нет. Сколько ты будешь терпеть? Он тебя разводит. Нет, он выясняет. Просто нужно время. Я к тому, что не надо зря тешить себя надеждами. Конец связи. Дик, есть для тебя кое-что. Привет, Майк. Слушаю. Рикки дала мне список, сказала, что для Бухаря. Просила связаться с тобой. А сама она где? Там у них с Эдди какие-то дела, я не спрашивал. В общем, нужна труба из оцинкованного металла. Такие на стройках бывают. Еще нож из углеродистой стали охотничьей. Еще металлолом. Ты понимаешь, зачем ей это все? Ты сам сказал, лучше не спрашивать. Конец связи. Так, что мне нужно? Нужен нож, труба и металлолом. О, господи, Рики. Труба. Ну, какая попала, не подойдет, да? Нужна труба с какой-нибудь... Соображай быстрее. Стоп, секундочку. Я вроде видел недостроенный дом в Мэрион Форкс. Вот там надо поискать. Наконец-то родил. Итак, через всю карту мы, естественно, не поедем. Я не вижу в этом смысла никакого. Давай мы будем портоваться. Ближайшая точка у нас, по идее, лагерь Ады Такер. Там мы заправляемся. И едем дальше до точки. Так будет куда быстрее. Хрена не придумали тоже через всю карту пилить за трубой. Но уж нет. Открывайте, сколько мне тут ждать? Открываем ворота. Патроны, по-моему, мне не нужны, да. Патроны я уже покупал. За байком своим пришел, да? Угу. Как дела, Зенни? Заправляемся. А топлива-то все меньше. Ремонт не требуется. К тому же у меня в этом лагере очень много денег, так что... Хоть заправляйся. Вот, уже 700 метров пилить, а не 20 чем-то. 2,5 километра. Всякая разница есть. Слышишь? Да, Майк, слышу. Рики рассказала, как тебе удалось... Как ты спас Габи, я просто хотел сказать спасибо. Я эту девочку с колыбели знаю. Конечно, Майк. Мне только жаль, что я не успел помочь Абигейл. Ты сделал все, что мог. Спасибо за это. До встречи, Ник. Ну, он про тех двух девчонок разговаривает, которых мы в начале стрима спасли. Ну как, одну. Вторая уже была мертва. Ну, спасли же. Ну как, ее кто-нибудь встретил? Да, Дик, все нормально. Она пережила шок, но такое тут бывало со многими. Мы все знаем, каково это, терять близких. Да, это точно. Ладно, до встречи, Рик. Да, ё-моё, ну что ж ты, как это, чуть-чуть задел, уже сразу валяться. Ну, в общем, я о чем? Ладно, садись. До встречи, Рики. Джопошник. Бухарь, слышишь меня? Это Дик. Спит, наверное. Дик, это ты? Черт, извини, не хотел тебя будить. Брат, болтовня прям не заканчивается. Я после такого моментально врубаюсь. Что происходит? Просто хотел узнать, как ты там. А то вдруг ты опять решил прогуляться под луной, с фриками поплясать. За меня не переживай. А ты, как слышу, катаешься там где-то. Мне надо поспать. Поговорим потом, отбой. Каждые 3 минуты созванивается. Ну, слушай, мне, в принципе, байк особо не разломала. Так, нам вот сюда. Где тут металлическая труба? Вообще без понятия. Откуда-нибудь оторвем. Дик, как будет время, заскочи в лагерь. Надо поговорить. Привет, Рики. Да, хорошо, заеду. Конец связи. Паргот, привет. Как настроение? А где эта труба? Какую оторвать надо? Какую-то надо трубу оторвать. Прямо вот в этом здании. Мне, по-моему, еще парочку заданий накинули. Бля, да что ж такое-то? Вот она. Чего? Подойдет. Это палка какая-то валяется, но... Мне ж труба нужна. Где мне искать нож? Так, я где-то видел магазин снаряги для охоты. Подожди, он же только что взял глушитель, а не палку. Ладно, хрен с ним, давай байк заправим. Канистра. В какой стране я живу? В России. Ё-моё. Бензин подбирай. Заправляемся. Все. Наконец-то. Что надо. Хорошо. Иногда он просто не видит, с какой стороны нужно байк заправить. Давай тут накатиком съедем. А, ну здесь у нас девка пряталась. Узнаю местность. Я тут бывала не раз. Там уже кто-то по стрелушке устраивает. Ну, давай, наверное, с пистолета их уложим. Здравствуйте, ребята. Завалил. Завалю. Ну, слава богу. К нему подойти надо или что? Эй, ты как? А, ну слушай. Сейчас я тебя вытащу. В одиночку тебе не выжить, я знаю. Мы его могли бы и не встретить, он просто случайно попался. Да. Где он? Покажи. Я пойду. Отправляем его в третий лагерь, тут уже без вопросов. Иди к Лост-Лейк. Спроси Рики Потил. Она тебя впустит. Можно будет постримить Сталкер? Я думал, мне конец. Ты у меня спрашиваешь, буду ли я Сталкер стримить? Огромное тебе спасибо. Я вот не планировал Сталкер стримить. Смотри, чтобы тебя не заметили. Кстати, сколько частей Сталкера вообще вышло? Вот он. Теперь надо только найти нож. Я помню, в самую первую играл. Очень-очень давно. Как только она вышла. Потом же там куча дополнений к первой, по-моему, вторая, да, еще выходила. Ну, в смысле, там «Чистое небо», помню. Как его еще? «Чистое небо». Еще какие-то были дополнения или что-то такое к «Сталкеру». Что тут у нас? Так, мы нож ищем вообще. Вот ты где. Вот, «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». А какая из них последняя? Я так полагаю, «Зов Припяти», да? В каком году она выходила? Стоп, нет, не сюда. Ладно, посмотрим. Навык не растерял. Я еще вот помню то, что когда он вышел только, где-то спустя, наверное, год-полтора примерно, я ее установил на свой комп древний. И она там жутко лагала, потому что, ну, он был такой средней поганости. На нем еще шел этот, как его, GTA San Andreas. Ну, те примерно года. Этот, как его, «Принц Персии», вторая часть. Что еще? Splinter Cell. Pandora Tomorrow. Silent Hill 4. Тут у меня прям на DVD сборник такой был. И потом я установил, короче, «Сталкеры». По-моему, первая была часть, без дополнений. Там ничего такого больше написано не было. Я ее установил, она у меня жутко лагала. И что, поиграть-то хотелось, короче говоря. И мне нужно было залезать в корневую папку настройки видеокарты и прописывать там 2007. Ну да, примерно такой год. Точно не припомню. Блять, так давно было, пиздец. Вот, короче говоря, мне нужно было в настройках видеокарты добавить какие-то там эти, как его, частоту чего-то там, обновление, не обновление. Какую-то частоту, короче говоря, считывание видюхи там, что-то такое, короче, нужно было там цифры поменять, чтобы она хоть как-то у меня шла, и все равно, короче говоря, она у меня с дикими пролагами игралась, я где-то, может быть, четверть игры прошел, потом просто это, блядь, невыносимо было, и поэтому я ее дропнул, и потом как-то, я не знаю, уже не доводилось запускать Сталкера, вообще больше ни в одну часть не играл. Ну вот вообще все ждут вторую. Когда она выйдет, это ждалкер, наверное, будет. Когда выйдет, неизвестно. Так-то задумка отличная. О, мелкие бледеныши. До свидания. Ничего себе. Ничего себе. Они довольно-таки шумно подкрадываются. Тут что, гнездо, что ли? Нет, я тут палил эти гнезда, точно. Вон тут пепел валяется. Надо где-то здесь искать. Лезвие. Лезвие, лезвие. Но она же не кувалда, правильно? Кстати, по-моему, в этом районе мы будем Орду зачищать. Нет, не здесь. Орду мы будем чистить позже. Мачете самодельно. Отлично. А, вот она в чем прикол. Мне нужен лома 10 штук собрать. А че мне тогда они бошку делают? Типа, блядь, надо этот... Как его? Надо лом... О, не лом, а лезвие для руки. Там же четко сказали. Собери. Собери этот, как его, трубу, собери лезвие. Этого должно хватить. Ну вот, осталось отвести всю эту хрень Рики. А, лом считается, который есть у меня уже в наличии. Оригинально. То есть они меня сейчас вообще без лома оставят. Вот урод. Мы сейчас протонемся в любом случае. Кстати, да, чё я таскаю бензин? Ну тогда нахер не нужен. Все равно в лагерь ехать. И портируемся. Да, ну смысл какой, просто правда. Ехать обратно через всю карту, чтобы потом, ну, сказали тебе спасибо, чувак. Сейчас мы сдадим этот квест и ломанем на побочку. %26 в баке осталось. Эй, кто это? То есть без остановки, через всю карту, я могу проехать на 70% бензина. Итак, квест-то мы и попозже сдадим. Давай-ка мы докупим патроны. Привет, Дик. Как дела? Пока не родила. Как дела? Ага. Надо 3-й уровень лагеря, чтобы этот. Но он так медленно растет. Мне надо 25 тысяч. Стрим я начал. У меня было 1005, по-моему, доверия. Столько заданий выполнил. Ну ладно. Уровень вообще не поднимается. Эй, заходи почаще. Мы скучаем. Либо я очень дохрена должен на него задание выполнить. Не помню. Привет. Привет. Я тебе... Но резину они тут тянут знатно. Круто. Я что-нибудь придумаю, ты зайди потом. А, Рики. Спасибо. Ну, Бухарь теперь наш. Угу. $1250 добавили. Нет, задания-то несложные, не вопрос. Даже не представляю, выполнять их несложно. Не знаешь, как починить. Сколько нужно тогда мне заданий выполнить за этот лагерь, чтобы у меня хоть что-то было? Ну, как бы, чтобы 3-й уровень доверия был. Дик, слава богу. Что случилось? Пропускаем этот трёп. Да, знаком. Новая работа. Опять нужно кого-то съездить, убить. Вот и все. По дороге еще лома будем собирать очень много. Стой. Я забыл заправиться. Как дела, Бас? Много топлива жрет, да? Ну да, ладно. Стандартные вопросы. Да, меня без лома оставили. Ну ничего страшного, наберем сейчас потихонечку. Все равно я все больше и больше, ну все чаще и чаще я пользуюсь стрелковым оружием, так что. Дик, слышишь? Пита уже в крайнем случае. Я попросила Эдди прислать ко мне Бухаря. Круто, спасибо, Рики. Пока они трещат, отмечаем. Так, тут ничего нету. Окей, отмечаем туда, куда надо ехать. И в ходе езды уже мы скоро буду. Конец связи. Наговоримся с ней. Блин, а надо было с другой стороны лагеря выезжать. Ну давай тогда мы немножко вот так вот проедем. Небольшого дадим крюка, но... Не знаю, не нравится мне через эти домики в лагере проезжать. Неудобно. Там запутаться можно. Кстати, ехать по прямой. Давай, наверное, правда, не по дороге поедем, а вот напрямки, как есть. Быстрее доберемся. Вот, уже два вопроса светятся. Опа, ну-ка, давай. Давай возьмем тут что-то такое. Вот здесь же только что был вопрос. Здорово, чувак. Почему вопрос перестал гореть? Вот что это за дичь? Вот в этом плане они, конечно, немного неверно сделали. Ты просто едешь по карте, у тебя тут загораются знаки вопроса. Ты к ним подъезжаешь, хлоп, их нет. Нахрена они тогда загораются? Что, просто тебя отвлекать или что? Походу, вот эта ошибка еще с четвертой плоти перетекла. Скорее всего, случайные события можно вот встретить, когда уже воочию ты видишь, что вот они где-то рядышком происходят. Помочь кому-нибудь, еще что-то. А так целенаправленно топать, ехать на знак вопроса, который тут же исчезает за 2 секунды. Короче, я не вижу смысла больше херней этой заниматься. Стой, тихо. Лом-то собирать надо. Где он? Вот тут он был. Волк. Включи потрох. Давай вторую псину сюда. Он по одному же, они не ходят. Чего не нападает никто? Видимо, волки и зомби могут и по одному бегать. Нет, вот второй бежит. Он просто отстал. Где он? Да где он? Бля, надеюсь, это не Мишка ревел. Ой, ёбак. Вот откуда он, блядь, тут взялся? Вообще их не видно ни хрена. Сраные псины. Еще один, третий. Так, ну значит они, да, бегут с одной стороны всегда. Не попал. Серьезно? Что не попал-то? О, 2 аптечки улетело. Ёбаные волки. Ничего, сейчас мы наберем тут этого металлолома. Давай также напрямки. Вик. Арканемся. Вау. Ехал бы медленнее, мордой бы врезался. Рики, похоже, Харпер и его люди отправились в кемп. Да, я. Уверен, что справишься? Давай понаблюдаем, кто кого. Будем убивать сильнейших. Конец связи. Не будем тянуть время, ладно? Угу. Вот черт. Ну давайте, ребята, сделайте все за меня. Не буду вам мешать. Да, давай не будем мешать. Дик, ты его нашел? Да. Я слышу выстрелы. Вон там банши ходит. Ну, в общем, фрики. Она наверх куда-то утекла. Они добрались до него первыми. Боже. Принеси его бандану. Люди Дэна хотят убедиться, что Харпер мертв. Хоть бандану принеси. Да, ну, будет не очень просто, но ладно, хорошо. А чё меня-то стрелять? Вы чё, уже всех фриков перебили, что ли? Потери! Какие в жопу потери? Зашибись, взяли. Всех фриков перемочили. Ну и ладно. Да, ну, будет не очень просто, но ладно, хорошо, сделаю, да. Все есть. О, черт, ну и жесть. Диалог запаздывает. Ну вот. Так, ну что, давай ухи пособираем. Что еще? Тут же где-то с десяток фриков на них нападало. Как они так быстро их перемочили? Что тут? Тихо. Банша песни поет. Она возвращается сюда. Вон она ходит. Давай послушаем, что хоть поет она. Ну, эту сучку надо завалить определенно. Блять, палила. Ну, кстати, не очень-то много она призывает прям. Я рассчитывал на толпу человек 30. Как-то не густо, пятера прибежало все. Такое. Интересно, у нас банши респаунится. Или они как снайперы тут появляются. Периодически. В разных уголках. Так, отдать шарф, что там в качестве этого, да? Не поедем. Просто переход быстрый. Смысл кататься. Горючку сжечь. Все равно покупать. Пойду поговорю с Рики. Заберу свои кредиты. Кто-то у ворот. Вот можно было бы у Ады Такер перетащить свое количество кредитов в этот лагерь. Назад мы с парнями сожгли гнездо. Ну, гнездо фриков. Дик, очень давно не виделись. Блэр, отлично выглядишь. Вот не зря их так называют. Своими воплями. Ясно. Она собрала целую орду. Пришлось уносить ноги. Эй, Дик. Вот разговоры в лагере начинаются уже про банши. Вставляй прямо. Ладно. Вот сюда. О. Поняла. Ну это, кстати, основное задание. А так? Эй, брат. Глянь, что она сделала. Новая игрушка. Ну, придумал ты. Это реально круто, Бухарь. Эй, там ножичек-то, я не знаю, перочинный, колбасу резать. Я думал, ему сейчас этот, ну, как бы, я что-то такое припоминаю, это задание. Я думал, то, что ему все-таки побольше какой-то клинок сделают. Ну, я не знаю, хотя бы там лезвие большое какое-то, длинное, выкидное, там еще что-нибудь придумайте, да? Это мы сделали ножик вот такой вот, грибы чистить. Я теперь прямо как мушкетер. Защищайся, сраный покоритель. Обрубком своим машет. Ну да. Ай, блин. юмористы. Так, это было сюжетное задание, случайно включившееся. Сдаем сейчас еще дополнительный квест. Работа накопилась. Привет, Рики. Вот бандана Харпера. Угу. Нет, оставили. И квест сдали. 1000 доверия. Еще 2500 даже дали денег. Это пара дней, не больше. Нормально. Болит, но в целом уже... А где байк мой? Я его опять забыл заправить. Дикон. Как дела, Бас? Дикона, в него мотор запикан. Нужно поработать. Берем это, да? И чиним вот так. Прокачать всегда стоит. Все нормально. Ну да, ладно. Вот и байк на месте. Если что, я здесь. Я, в принципе, все равно выезжать, да? Поехали уже на мотоцикле. Что тебе надо возле мотика? Дикон Сент-Джон, как дела? Трется какая-то чика возле моего мотоцикла. Болит, но в целом уже полегче. Я был в классе, когда... Ты понимаешь. Я забыл загуглить, как тут одежду покупать. Если она тут есть вообще. И... Может, она потом берется. Сент-Джон, слышишь? Это О'Брайан. Сейчас. Мне надоело бегать по твоим поручениям. Ты узнал или нет? Да, я узнал. Ну так выкладывай. У меня к тебе еще всего одна просьба. Ты что, не слышал, что я сказал? С меня хватит. Одна просьба, потом встретимся с глазу на глаз, и я все покажу. Забудь. Сара Ирен. У нее было второе имя, так? Сара Ирен Уитакер. Так указано в ее личном деле. Жинка-то жива. Одна просьба. Всего одна просьба. Координаты выслал. Конец связи. Ты прям весь, а? Заколбасила ее. Торопишься куда-то? Да. Помнишь, я говорил тебе про того гада из Н.Е.Р.О, про О'Брайана? Он что-то выяснил, но сперва у него, конечно же, еще всего одна просьба. Удачи. Бухарь обижается. Поехали со мной. Я? Да, но... Бросай тяпку, поехали. Выращивать странную траву всем на корм. Это подождет, я потом тебя подброшу. Давно ты видел вертолет? Глазки-то загорелись, да поехали быстрее. Скажу, ты выкрутил мне руку. Хорошая шутка, я оценил. Ну, серьезно, я так долго за части искал, чтобы мы этот ножик прикрутили. Они могли бы просто кухонный любой взять, и все. Было бы то же самое. Куда мы едем? В сторону Блэк Лейк. Знаешь, где это? Да, это к северу от тоннеля Кэмп Роук, рядом с Уолдер-Роуд. Зачем туда? Там должен приземлиться вертолет Н.Е.Р.О. Что-то они там будут делать. О'Брайан просит выяснить, что им там понадобилось. Значит, О'Брайан, он теперь типа твой начальник? Приказы раздает? Лучший друг, у которого две руки. Бухарь, ты знаешь, зачем мы это делаем? Просто, по-моему, если он велит прыгнуть, ты спросишь только, откуда. Все совсем не так. Ну, он очень хочет найти свою жену, что... Что уж теперь, что ему Бухарь предъявляет? Неплохо, бывало и хуже, знаешь. Грядки, полотья и все такое мне даже нравится. Так иди пали что-то. Я на лето всегда ездил на дядину ферму на границе с Айдахо. Горбатился на грядках со свеклой. У него был маленький кроссовый мотоцикл. Я так и думал. На нем я и научился. Вот поэтому смотри, часто езжу по дорогам, чтобы не вхерачиться в сосну. Как доберемся, держись рядом. И главное, не показывайся на глаза. Им дай только повод пострелять. Ладно, я понял. Не шуметь, рта не раскрывать, на рожон не лезть. Угу. Спасибо, что взял меня с собой. Приятно снова гнать по дороге. Хоть и пассажирам. Надеюсь, мне Бухарь не заруинит стелс. Проникнуть на площадку Нэра. Рядом. Прикрою спину. Где вертик-то? Сообщите, как зачистить зону высадки. Вот он. Периметр, чтобы мышь не проскочила. В смысле, в небе. Он со мной идет? Ладно, теперь смотри. Сначала выходят солдаты, делают обход сектора. Потом их вундеркинд, исследователь, ученый или кто он там. Выходит, осматривается. Для чего? Ну, какой-то научной хренью они тут занимаются. Мне-то откуда знать? А, не надо, да? Как обычно, жучок прикреплять. Так, окей. Жди здесь. Как обстановка? Все, пускай Бухарь там тусуется, он мне будет только мешать. Порядок. Все нормально. Давай тут заныкаемся. Что у вас там, док? Серьезно? WhatsApp, док. Ну, если хочешь знать, мы собираем образцы помета. То есть говно. Говно, говно. Говно фриков? Да. То есть нас послали хрен пойми куда, чтобы вы собрали говно фриков. Еще раз повтори. Вот именно. Ладно, я так спросил. Заметка номер 2102. Анализ образцов помета из зон 2, 3 и 4Б выявил следы критонии пронзенно-листной. А это что? В обиходе шахтерский салат. Не перебивай меня. А также однодомных ягод можжевельника. А зачем нам это знать? Зачем нам это знать? Это означает, что фрики едят не только нас и друг друга. Они едят ягоды, растения, траву, хвою. Почти все то же, что олени. Они все ядные, как и мы. Но их желудки могут переварить намного больше видов клетчатки. Ну ладно, понял. И что с того? Это значит, что когда мы закончимся, они не умрут с голоду. Фрики с нами всерьез и надолго. Черт, это плохо. Да, плохо. Все, я закончил. Все. Ладно. Просто выбираемся отсюда. Причем в обход куда-нибудь. И как-нибудь. Ну да, получается, что если фрики жрут не только людей, то... Все. Они будут жить еще очень долго. Ну вот из этих миссий нам просто поясняют, как они там пытаются убить фриков и так далее. А Бухарь, он все нормально, он возле велика уже тусит. Ты слышал, что было по рации? Ну да, слышал. Наши налоги идут на собирание дерьма фриканов. Да, я и говорю, хер знает, что эти гады там мутят. У них наверняка должна быть где-то база. Не чё они мутят? Ну разве не очевидно то, что они мутят какое-то, блин, биологическое оружие против них и все? А всё где они? Они всегда уходят на юг и скрываются за горами. По трассе ходу нет, так что не подберешься. От сволочи. Вот уж у кого явно совесть нечиста. Да. Че, теперь Бухаря надо на ферму закинуть? А куда мы вообще? Хороший вопрос. О'Брайан, прием! Ответь, О'Брайан! 70% Н.Е.Р.О закончил. Да, все готово. Где встречаемся? Я не ждал тебя так рано. Сейчас скину тебе координаты. Но мне нужно время, чтобы туда добраться. Конец связи. Ну зашибись. Он думает, я тут типа прохлаждаюсь. Что-то он, Брайан, этот мутный. Походу, ты прав. Он тот еще козел. Заправляться не надо. А, ну на халяву едем, ништяк. Тихо, аккуратней. Семьдесят 70% уже заданий из Н.Е.Р.О выполнено, так что... Скоро за них линейка закончится и начнется какая-то другая. Не помню. Чик. Жди здесь, а то увидит, что я не один, может психануть. Ладно, пригляжу за байком. На уродов из Н.Е.Р.О сегодня уже насмотрелся. Хорошо, я скоро буду. Ну, только с байка слез, уже в стойку встал. Он должен мне кое-что распинывать. Он знал ее второе имя, Ирен. Неужели она жива? Но он-то выжил. Так почему она не могла, а? Так, ладно, я без байка тогда побежал наверх. Побыстрее можно как-то? А, видимо, нет. Вот он. Ну? Блин, да что ж ты все подкрадываешься? Что узнал? Итак, я сейчас тебе все расскажу, но новости плохие. Я нашел человека, он покопался в файлах, которые мы, они хранили, ну, пока еще что-то фиксировалось. Я понял, дальше. В общем, Сара Уитакер, твоя жена, поступила в полевой госпиталь в Солончаках, Силвер-Лейк. Там ее 6 часов оперировали, а потом... Значит, она выжила. Рана была не смертельная. Да, да. Судя по данным в архиве, она полностью восстановилась, и ее перевели в другой лагерь на окраине. То есть она... Она может быть жива. Так значит, она сейчас может быть где-то... В каком смысле нет? Лагерь уничтожен. Все было уничтожено. Никто не выжил. Но ты выжил. И они выжили. Ну, слушай, никто не смог бы спасти тот лагерь. Эта трасса 97 была и остается артерией. Зараженные фрики ломанулись толпой из Лос-Анджелеса и пригородов, из Сакрамента. Их были тысячи, много тысяч. Мы ничего не могли сделать. Вы свалили. А кого вы взяли с собой? Персонал Н.Е.Р.О, федералов, людей с правом доступа. Персонал Н.Е.Р.О? Это типа солдат, что ли? Тех, которые должны были защищать гражданских? Ничего не сделать. Да, да, я хорошо знаю, что такое орда. Ничего не могли сделать. Знаешь, что вы могли? Могли взять с собой кого-нибудь, могли спасти хоть кого-то. Да у нас вообще не было времени, не было места. Да они и так все между собой передрались. Я все понял. Ну давайте дальше. Я очень тебе сочувствую. Да я, в общем, всем нам сочувствую. Но ты сам подумай. Если бы ты тогда не посадил ее в вертолет, она бы умерла в считанные часы. Ты все правильно сделал. А если бы ты остался рядом, ты бы просто погиб вместе с ней, да и все. Ты думаешь, я этого не знаю? О'Брайан. Спасибо тебе, что спас ее тогда. Сейчас у Дикона будет желание съездить, посмотреть на этот лагерь. Или он за херову гору километров отсюда. Ладно, давай до этого. Так тебе жаль? Да, О'Брайан, тебе жаль? А, черт, я только время тут теряю. Давай до байка доберемся, что-нибудь придумаем. Куда Бухарь ушел опять? Ягоды собирать. А, ну да, у него же нож грибной есть. С грибами пошел. Бухарь! Ну, твою мать, где ж тебя носит, придурок? А, черт. Его упокоители утащили, что ли? Ладно. Бухарь, куда ты подевался? Ботинки. Это его следы. Широкий шаг у дядьки. Так, это что такое? Упокоители, ну, что это? Так, сюда. Вон он тут просто. горы ставил после себя. Дикон Сент-Джон. Да, Рики, я здесь. Что такое? Тебя тут искал Шиза. Он сказал, Бухарь не вышел на работу. Я волнуюсь. Все нормально. Он со мной. У нас тут дело. Передай Шиза. Мы будем через час. Хорошо. У меня почти все готово, чтобы заняться трансформатором. Уговор в силе? Вот пристала со своим трансформатором. Да. Ты тогда скажи, как соберешься. Горячая вода. Я тогда из душа просто не вылезу. Кто о чем, я хорошо. Собачка. Звучит здорово. Слушай, Рики, мне пора. Конец связи. Тут животных столько убитых по дороге. Почему-то здесь синяя точка горит. Угу. Дик, сюда! Бухарь, ну чё за хрень опять? Я думал, тут малый затарится, а гляжу, упокоители, прикинь, убивают собак. Тихо, тихо. Он не заражен. Он, черт, он обычный пес. Поехали. Они по приколу убивают здоровых собак. Потерпи. Ты... Дик, нет, нельзя его так оставлять. Так нельзя, нет, ладно, нельзя. Ладно. Короче, давай я сейчас. Правда? Ты можешь. Ну, дружок, тихо, тихо, не бойся. Жалко собаку, а что делать? Дик. Вот, блядь. Ничего, сейчас я тебя... Потерпи, дружок. Все. Жаль, надо что делать? Готов? Давай, покорителей истреблять. Я готов. Надо как можно быстро их убить. Свобода! Свобода! Еще. Голову. Никого обыскивать не буду, и так времени не очень много. Да и брать-то особо нечего. Зараза! Все нормально? А, и ну, все, да? Вроде это последний. А, ты прям разочарован. Я просто ненавижу этих мразей, понимаешь? Да. Пойдем. Пора уматывать отсюда. Тогда погнали их вообще истреблять по-лютому. Объясни мне, что это было. У тебя как будто, не знаю, как будто башню сорвало. Не знаю я. Наверное, я просто хотел им отплатить. Хотя в расчете мы с ними никогда не будем, понимаешь? Угу. Нормально, Бухаря даже не повредили ни разу. А тут их было-то всего человек сколько? 5-6. Не густо. Все, поехали, короче, говоря, отсюда. Но Дикон быстрее не может бежать, потому что за мной бежит медленно Бухарь. Давай быстрее. Ну-ка, перекат. Не, даже перекаты делать нельзя. В смысле, руку. Не знаю, что бы со мной было. Ну, короче, в принципе, чего, уже без арбалета точно я справляюсь, он уже не нужен. Но ты привыкнешь? Не знаю, то ли пулемет с собой таскать, да, то ли ладно, снайперку. Пошли. Скорее всего, пулемет. Пока ни одно такого задания не появилось, что прям куча снайперов, и я не могу с ними справиться. Как все прошло? О чем ты? Ты знаешь о чем? Тот хрен в скафандре, что он сказал? Да, неважно. Эй, выкладывай давай. Бухарь, ты вот сейчас зря это затеял. Да на. Думаешь, я тебе одной клешней не наваляю? Кали, что он сказал? Отвали. Что произошло с Сарой? А? Ну, рассказала бы другу, да? Ах ты, сука! А? Полежи, братан. Хватит? Где твоя жена, Дик? Она умерла, Бухарь. Сара умерла. Да. Твоя Сара давно умерла. Ты не думаешь, что хватит о ней скорбеть? О, Боже. Я думаю, что у тебя зверский левый хук, козлина. О! О! Ну, права-то нет. Вставай. Пора мне назад в огород. Это лагерь вымрет с голоду. Ладно. Бухарь, кстати, почище Дикона будет. Только левый хок. И при этом я тебе вломил 3 раза подряд. Куда едем? В лагерь. Не, у меня сейчас смена. Подбросишь меня? Это к северу от Кэмп Шермана. Ну-ка, есть быстрый переход. Стоять. Быстрый переход. И да, есть. Понятно. Нельзя быстро переходить. Ладно, покатаемся. Делов-то. Потом починимся. Не думаю, что я прям сильно разнесу мотик. Той ночью она умерла. И ни ты, ни кто-либо другой не смог бы ничего сделать. Я должен был быть с ней. И чем бы это помогло? Ладно, все, хватит. Давай, наверное, не будем лагерь насквозь проезжать, мы в объезд поедем. Мало ли какие-то катсцены сработают. Хотя у меня вроде даже побочных заданий никаких не взято. Шиза, ты на связи? Ладно. Лагерь Лост-Лейк. Шиза? Да, что такое? На нас напали. Эй, где твой друг? Он не пришел на работу сегодня. Что творится? Да ты просто заткнись и послушай! Я повез его на работу, и на нас напали! Упокоители! О, Господи, где? Рядом с Кэмп Роук! Сообщи Железному Майку! Карлос идет сюда, и он не остановится! А о чем я ему толдычил? Месяцами! Да, я ему сообщу. Мы движемся в сторону Тумала. Через пару минут Бухарь будет на месте. Прекрасно. Он пропустил полсмены, так что придется отработать. Заткнись, Шиза! Слушай, Дик, Кэмп Роук, это ведь в противоположной стороне от Тумала. Выбрали дорогу покрасивее. Отбой! Урод! Отмазали. Ну вот и все. По сокращенному пути гораздо быстрее проехал. Стой, я его знаю. Открывай. Пойдет. Там. Давайте, ребята. Ну, работаем. Энергичней. Кто не работает, тот не ест. Как рабы. Спасибо тебе. Если я не ошибаюсь, Шиза должен умереть потом. Отыграемся, так сказать, попозже. Еще половина будет доверие 3-го уровня. Сент-Джон вызывает Лост-Лейк. Дик, слышу тебя. Майк? Хорошо, слушай. У нас с Бухарем вышла стычка с упокоителями. Они... С упокоителями? Вы что, были за Айрон Ридж? Наругался, дед. Ты слушай, Майк. Дед, ты не ори, да. Они были здесь, в Кэмп Роук. В Кэмп Роук? Упокоители в Кэмп Роук? А это точно были они? Майк, ты что? Их, знаешь, трудно с кем-то спутать. Все такие шрамы и мания убивать все, что движется, как-то наводит на мысль. Ладно, успокойся. Мы договорились о встрече с Карлосом. Завтра Шиза поедет в Айронбьюд. Он выяснит, что тут творится, и потом мы... Ты посылаешь на переговоры Шиза? О, господи, Майк! Я без тебя знаю, как управлять лагерем. Я сказал, у нас с ними будет мир. Конец связи. С упокоителями мир. Как скажешь, Майк, как скажешь. Шиза прав. Они вообще? Ты вгонишь всех в могилу. Какой в жопу мир с упокоителями? Они же фанатики. По-моему, с ними вообще договориться нереально. Да, что-то старого, наверное, повело как-то. Не в ту степь вообще. Угу. Тут у нас, в общем, камень доступен, да? Придется портоваться. Давай, побочное задание это берем. Сюда мы быстрый переход. И все. Надо же, мне бензина хватило. Джон, это Лост-Лейк, прием. Да, 22% осталось. Я слышал, ты нашел Харпера. Я надеялся, что ты доставишь его живым для суда. Ну, я... Прости, Майк, он пришлось его немножко меня опередили фрики. А, черт, Рики мне не сказала. Харпер был из тех, кому никогда нельзя поворачиваться спиной, но даже он такого не заслужил. Да, Майк, я согласен, но, знаешь, Дэн Лейн тоже не заслужил пулю в спину. Вот тут ты прав. Ладно, Дик. Что? До связи. Тебе еще что-нибудь нужно? Будет еще что-то нужно, заходи. Если что будет нужно, приходи. Да, я слышал уже с первого раза. Чего вы не повторяете? Ты же Дикон, да? Эй, Зенни. Стандартный диалог, кстати. Вот как сюда подходишь. Ты Дикон, эй, Зенни. И все. Это весь разговор. Хочешь верь, хочешь нет. Так, у нас есть еще какие-то миссии? Только две, да? Все, окей. Поехали с камнем, потрещим по-быстрому. Дик, ты где, брат? Привет, Бухарь. Я направляюсь в Мэрион Форкс. В Мэрион Форкс? Это еще зачем? Потому что я решил... Да все, как ты сказал. Хватит уже о ней скорбеть. Пора попрощаться. Ты поедешь к часовне? Не знаю. Единственный столб на дороге врезался. Господи, Дик. Это в последний раз, обещаю. Отбой. Ага. То есть к нам больше не нужно будет к камню ездить. Отлично. Наконец-то эти глупые миссии закончились. Такер, да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец мы связи. Тут байк оставим, а потом пойдем зачищать. Подожди. Эти там пускай воюют, Дик, ничего страшного. Слышишь? Порядок. О, мне задание тут накидывают. Да, да, я здесь. Я так понимаю, у тебя для меня дело? Ну ладно, я заеду. Конец связи. Привет. А, уже можно никого не зачищать рядом. Уже я он так с камнем поговорит. Не поверишь. Ты же помнишь, что ночь в Эрвеле. Ну, то есть, тут понятно, он просто будет сейчас. В общем, тот тип из Н.Е.Р.О, О'Брайан, он жив. Вот такие дела. Я, честно говоря, даже подумал, что, может, и ты где-то живая. А я тут, типа, такой, как идиот, хожу сюда с тобой разговаривать. Бла-бла-бла, он все равно, короче говоря, будет обсуждать дела минувших дней. Ну, типа, что было в прошлой серии. Вот. Ничего нового он не скажет. Просто... Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Нет уж. Просто обсудит с камнем, что у него было. Так. Что-то я хотел еще, по-моему, здесь прокачать. Что значительно увеличит течение от арбалетных болтов? Нет. Ускорение восстановления концентрации. Не думаю, что это прям нужно. Микстура концентрации тоже нет. Короче говоря, в принципе, эта ветка у меня вся. Арбалетные болты, концентрация. Ясно. Ну, когда на тебя толпа бежит, на тебе концентрация не нужна, по-моему. Если уж надо будет очень, то да, качаем. Так, что это усиливает? Начальные эффекты стимулирующие микстуры и увеличивает ее длительное действие. Нет. Каждое убийство в ближнем бою восстанавливает запас сил. Ну, не знаю. Что еще? Возможность быстро вставать на ноги, выполняя перекаты. Возможность оглушать людей и фриков ударами с разбега. Перекаты давай. Потом, когда за тобой толпа бежит, это дело пригодится. Это точно могу сказать. Дальше. Значительное снижение расхода запаса сил при выполнении перекатов. Не знаю. Возможность оглушать слабых противников, бросая в них камни. Увеличение урона холодного оружия. Да, вот это мы качнем. Гироскоп. Все, по идее, да, можно отсюда ехать. Но мы даже не так сделаем. Мы... Опа. У нас у Ады Такер и у Копланда появилось, да, задание? Мы сначала к Аде поедем. И дешевле, и заправимся. Потом к Копланду также портанемся. Потом уже на побой, ну и на сюжетный пойдем. Пешком можно дойти. Эй, впустите! Все равно слезать через 2 метра. Откройте. Ну, кстати, я ни оружие, ничего не расходовал. Эй, Зенни. Только заправка. Байк жрет нехило. У Ады Такер много денег. Спасибо, что зашел. Угу. Что нужно? Давай, задание мне. Дикон, слава богу. Что стряслось, Такер? Как обычно, упокоителя у нас проблема. Должен помочь. Давай, наверное, мы с лагеря выйдем. Все равно ехать надо будет. Портоваться не получится. Эй, как дела? Зенни. Погоди, я открою. Так, давай, отмечаем. Ходник на мародер. И все, да? Раз, два. Все, нормально. Поехали. Интересно, смогу ли я все способности вкачать до конца игры? Мне кажется, нет. Надо что-то выбирать. Но многие можно будет прокачать. Мы еще даже орду не начали разваливать. А это где-то середина игры. Так что... Стрелковая ветка у меня вся вкачана. Сейчас мы будем добивать уже эту ветку рукопашной. И потом уже в конце все остальное. Похоже, их тут не так уж много. Наверное, разведгруппа. Пистолет. Всех убей, Дик. Такер прям это, одержимая сама. Отбой. Так, достаточно покорности. Я дам тебе свободу. Его подстрелили. Точнее, стрелять надо. Свобода. Освобождение. Вы, ребята, с дозой переборщили. Тормозите. Тебе что, мало шрамов, а? Где-то. Здесь. Сраные упокоители. О, теперь уже 10 надо убивать. Было 6. Теперь десяток их. О, подкрался. Как Дикон не слышит то, что к нему подходят? Покорители. Мой друг из-за вас руку потерял, ублюдки. Хотите покоиться с миром, я вам помогу. Есть резон отомстить. Стой, я открою. Еще один, последний всего. Готовы упокоиться, а? Так, достаточно покорности! Упокойся, скотина! Вы, ребята, с дозой переборщили! Тормозите! Где еще один? Тебе что, мало шрамов, а? Отходим! Вон он. Да сколько? Живой. Я ранен! Конец. Сраные упокоители. Ага. Покойтесь, вы все в аду. Все? Так, потом сейчас мы, короче говоря, всех осмотрим и двинем к Окленду. Перед уходом... Ну, пора возвращаться. Перед уходом мы сейчас еще посмотрим полицейскую машину, там патроны. Все готово. Ты всех перебил? Ага. Да, Такер, всех. Разве ты не этого от меня хотела? Извини, просто они уже в 3-й раз тут появляются. Напали на наш лагерь, схватили, убили бедняжку Лизу. Надо остановить их, Дик. Просто надо. Такер, твою мать. Слушай, я был в Айронбьюд. Видел, что там происходит. Что? Когда? Как ты? Да, это не важно, но можешь мне поверить. Их очень много. Сотни, может, тысячи. Если они решат двигаться на север, вы не сможете их остановить, поверь мне. Так что продолжайте делать свое дело, убивайте всех, кто пересекает границу. Ладно. Про упокоителя они потом наговорятся. Давай задание берем. Все равно ничего нового они мне не скажут, то что упокоителей надо убивать, это я и так знаю. 54. А нахрен, я даже загонять его не буду. Ну, пора возвращаться. Открывайте, он свой. Да, осталось только отчитаться, Такер. Свой. Такер, все готово. Прям друг. Ты всех перебил? Да, Такер, всех. Разве ты не этого от меня хотела? Извини, просто они уже в 3-й раз тут появляются. Напали на наш лагерь. Дик, слушай, ты просто не поверишь. Не знаю. С Адой Такер диалог прервался, поэтому он продолжается чуть-чуть попозже. Ну ладно. Эй, Дикон. Эй, Деймон. Эй, как жизнь? Эй, вы все. Так, смотрим, куда ехать. Угу. Новая территория. Возможно, там будут гнезда, но не точно. Все, давай нам вот сюда. Чик. Да. А также, наверное, напрямки поехать. Хотя тут скал дофига. Ничего, сейчас как-нибудь потихонечку доберемся. Выше. Ханамотику, да? И мне заодно. Ремонт байка просто сразу же игра предъявила то, что хана твоему мотоциклу. Да, я сам подох. Тоже знал-то, что тут горы такие большие. Ладно, поехали более аккуратным путем. Рад видеть, Дик. Слушай, Деймон. Сейчас открою. Давай-ка мы отметим опять. Вот жалко. Жалко, что нельзя прям это. Напрямки адекватно ездить. Обязательно откуда-нибудь слетишь или куда-нибудь врежешься. По дороге более безопасно. Не знаю, может по дороге еще что-нибудь встретим. Ну, типа, какое-то событие случайное. Которых тут немного, конечно, но есть. Редко попадается. Вот опять вот этот вопрос горит, а пока я до туда доеду, там уже он перестанет гореть просто. Но уже почти вся карта открыта. Так что... Скоро будем перебираться в другой биом уже. По-моему, надо нам пару раз орду завалить. И можно уже в другой биом топать. У нас потом все равно с одного биома будут гонять в другой там и так далее. Придется еще покататься, извините. Снайпер. Коуп, ты был прав. Это анархисты. Ну, просто зачистить лагерь. Нашел? Хорошо. Поступило новое сообщение. Они напали на наших ребят по дороге из Тумала. Отправляйся туда и раздави их всех, как поганых тараканов. Ну что ж ты. Оп, голову раздавил. И... Так, что там? Я хочу, чтобы они поняли, что больше мы не дадим им тут хозяйничать. Конец связи. Любишь подождать их? На, жри. На тебе твою любимую анархию. Что тебе, мало дерьма в жизни? Еще 6 человек. Долбанный анархист. На, получи. Думал, можно просто так умолиться к нам в дом. Я потерял, вот он. Да, я и дольше. На, жри. У него на шлем, что ли? Любимую анархию. Что тебе, мало дерьма в жизни? А теперь... Так. На, перезарядочка. Так, надо полечиться уже. Анархисты. Жесть. Я в башку. Давно я их не видел. До свидания. Черт, еще двое, анархисты. Да? Посмотрим, один тут, а второй где-то... Где-то тут. Просто так валиться к нам в дом и все разгромить? Вон он. Любишь хаос? Он тут фонарями палятся. На тебя твою любимую анархию. С дерева прилетела винтовка, отлично. Где второй? Но его же не сожрали фюрики, правильно? Есть. А где он? Спокойной ночи. Ну да. Ага. А где с этого лагеря еще один? Ощущение, что он заглючил. Пригодится. Да, вот зачистить лагерь. Еще один. Лом. Хорошо. Блин, он опять, короче, где-то в текстурах залип. Я его не услышу вообще. Рики, главное, бегают. Блин, я моба-то, залипшего в текстурах в доме. В доме-то еле нашел. Сейчас его будет еще сложнее найти. Бля. Вот отстой, а. Зачистить лагерь. Он даже не разговаривает. Ага. Того я хоть как-то нашел. По голосу. Блин, ну и где мне его искать теперь? Он в текстурах по-любому где-то. Попался. Вот. Наконец. А сидел тихо, падла. Ну хоть не в текстурах, повезло. В текстурах был он залипший, там еще дольше высидел. Неужели? Да-да. Так, ну... Да и все. Коуп, все готово. Если еще остались другие, то пусть знают, что это наша территория. Хорошо бы. Просто ты так, сказал, давай наша территория. Смотри, так ты скоро превратишься в одного из нас. Конец связи. Можешь особо не мечтать. Зачем он помогает, если он язвит этому Коупленду? Фриков тут бегала, а? Блин, можно было напасть, кстати. Ладно. Считай, напал. Это поправимо. Вроде порядок. Так. Коупленд у нас все, да? Засчитали задание. Хорошо, теперь мы идем на основное. Да, так отсюда и поедем как раз. Тут ехать недалеко. Чики-брыки, чик-чирик. Сейчас доберемся побыстрее. Ой, это вот ухо фрика, которое я тогда сбил и не подобрал. А вот тут у них что? Очень похоже, что тут орда тусит. Гнездо какое-то, но как-то оно маленькое совсем. А вы-то тут откуда? Не хочет драться, за ним! Кто такие? Давай, давай! Блять, все набежали тут, короче, да? Боже, вот как. Кто такие, блядь? Еще волк. Что за подстава от игры, я не понимаю. Остановился, заглянул в пещеру. Уже двое крадутся, волки бегут. Я не думаю, что это по скрипту как-то сработало. Ладно, продадим волков. Патронов жалко. Ну ладно. 95%? Откуда? Я ж только что чинил. Все, поехали, короче, быстрее отсюда уже. Странно, я только чинил мотик, и, может быть, я когда-то прыгнул, пока ехал. Не помню. Но тут у нас орда ходит. Пролетаем. Здесь я уже все собрал. Стоять. Что там у нас? Топливо. Забираем. Канистра. Да, да, что делать? Вот так. Порядок. Все, быстрей. Быстрее садись. Вот тупец стоит, а. Все там собрались уже? Нет, только один что-то подбежал. А, да там снайпер! А вот это плохо дело. Где он? Стой, я вижу его, падла. Да тихо ты. Где этот урод? Ну как, готов. Нравится, долбаный снайпер? Бля, у меня шапочка такая, она такая милая в ней. Да. Даже убивать не очень хочется. Засаду, сволочи, сделали. А главное, фрики-то их тут не трогали. Да. Бегаешь от фриков, тебе вторая падла. Да. Патроны нужны. На пистолет много потратил. Да и на автомат много потратил. Имбайк в хлам просто. Ну, почти. Не стоит он. Чинить-то будем. Ну-ка. Штук 6, 7, 7, 8 единиц лома. Ну охренеть. Короче, опять лом собираем. Как так вообще? Ну, в принципе, давай-ка мы сейчас вот в этот тоннель заедем. Там, может быть, в машинах есть лом. Вот уже. Уже есть. Если бы не снайпер, все вообще, по-моему, было идеально. Я бы добрался бы и ништяк. Так, сейчас езди, собирай. Все. Неплохо. 2 машины вскрыл, 10 ломов. Всегда бы так. Мне кажется, на максимальной сложности у тебя просто поменьше ресурсов. А так, в принципе, как, чем еще можно игру усложнить? Так, эту штуку я запускал, да? Я уже тут был. Пустая машина. А, ну, я узнаю. Я тут гнезда чистил, там вот церковь. Мы часто в этот район приезжаем. Там кто-то разговаривает с правой стороны. А чё только пистолет взял? Я бы автомат достал. Убить бродяг. Нет начала и нет конца. Мародеры какие-то. Это все, что ли? Голов не вижу. Фонарями закрывают все время. Давай, вырубай фонарь. Потери! Кого-то ранили. Кого-то ранили, да. Совершенно верно. Короче, они в этой церкви все и сдохли. Прям убить Билла. Ты у меня добегаешься. Ну, что ты не попадаешь? Мне так жаль, что никто не пришел. Видно, разозлили мы всех. Обе стороны. Но не то, чтобы всех. Пусть это будет свидетельство моей любви. Для тебя я откажусь от всего и всех. Клянемся не бриться, не пить, не курить и остаться дикарями. Аминь. Кольцо – символ моей любви. И оно бесценно. У него нет начала и нет конца. Ага. Люблю тебя. Давайте всех сюда. О, черт, не суйтесь в мою церковь. Там люди. Бэби поспрячется. Давай! Видишь его? Огонь! Потери! Ну то только пулеметчик опасть. Назад! Хоть как-то. Пять патронов у меня осталось. Не густо. Ай, вылезай. Оп. Еще. Третий флешбэк и третья толпа. Это кольцо. Мое обещание. Я буду всегда любить тебя. И никогда тебя не оставлю. Можете поцеловать невесту. И снять шапку свою. Одну секунду. Вот это я могу вернуть. Если обещаешь, что будешь залезать на меня так же часто, как на байк. Ну так у байкеров на свадьбе принято говорить. Я вас с мужем и, ну, женой. Ну ладно, я пойду, наверное. Если это вообще священник. Ну пока. Кепка у него просто прибита к голове, я не знаю, он даже ее на свадьбу не снял. Ничего. Больше такого не повторится. Он спалил церковь прям как трушный дэт-металлист. Бухарь, слышишь меня? Да, Дик, чего такое? Так. Ты помнишь ту церковь, где мы с Сарой поженились? И он что, прям до конца этого достоял, пока она не догорела? Сколько может церковь гореть? Несколько часов, наверное, да, все-таки? Странно, что она сгорела только наполовину. Тут какие-то стены еще остались, ну ладно. Че, он стоял тут 5 часов, ждал пока... Ну... В общем, у нее заявилась шайка вандалов. Жаль, я не с тобой. Я бы тебе с ним помог. Громит церковь Сары. Вот суки. Ага, ладно, держись там, Бухарь. Конец связи. Ну, тут что-то полезное искать, наверное, смысла не вижу, да? Эдди, ты на связи? Лазарет Лост-Лейк, вы меня слышите? Дикон, я здесь. Эдди, хорошо, хорошо, слушай, ты там долго еще будешь? Мне надо с тобой увидеться. Что-то случилось? В чем дело? Ничего такого, я тебе на месте объясню, конец связи. Угу. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Побочек у нас никаких. А нет, что-то есть. Какая из них? Помочь Рике, да. Трансформатор. Мы вот это берем задание. Во время боя. А кто на меня нападает? Дик, слушай, есть работа. Блять, банши. А-та-та-та-та-та-та. Рики, привет. Ладно, не видно. Заеду, конец связи. Так, и у нас еще одна побочная миссия появилась. Наконец-то дают нормально за этот лагерь отыграться. Давай, быстрый переход. Денег хватит, что там и заправиться, и купить патроны, и все, что нужно. По идее, мне сейчас только ресурсы собирать для аптечек. Немного лома. Кто-то у ворот. Да и все, в принципе. Бензин, погоди, патроны, все тут продается. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо. Ну, гнездо фриков. Трофей, наверное, нет. Привет, Дик. Как дела? Блэр, отлично выглядишь. Ага, ладно. Пистолетов много ушло, патронов. Ну ладно. А так, ладно. Обалденная игра, герой красавчик, единственный минус — продолжения не будет, не люблю такое. Но собирают петицию в интернете, чтобы все-таки разработчики сделали вторую часть. Это Sony пока отказывается лепить вторую часть, потому что не оправдала ожидания. Они хотели, чтобы она там, я не знаю, феерично она окупилась, первая часть. Дик, бензин нужен? Очень жаль, конечно, но может быть они отдумаются и не будут Sony слушать конкретно. Сильно его не долбай. Буду здесь, если понадоблюсь. Причем Sony с этой игры уже дважды деньги срубила. Они сначала ее на плойки продали, потом они ее на ПК продали, сейчас еще на пятую, наверное, перенесут плойку и тогда еще раз продадут ее. Наглые какие. Двупёс вернулся. Но не жадная становится компания. Где? Скажи, где он? Так. Задание-то я уже взял, да? Эй, Дикон! Эй! Бас, как жизнь в лагере? Эй! Здесь катсцена у меня не сработает. Сейчас открою. А, я открою нормально. Итак, кого мы теперь уедем убивать? Почему здесь задание перестало мигать? Точнее, не мигать, а почему оно убралось? Было тут два треугольника. Ладно. Это трофейная охота. А где задание с трансформатором? Ладно. Будем выполнять потихоньку. Так сказать, решать проблемы по мере их поступления. И проверить последнее известное место. Сколько людей он угробил. О, лесопилочка. Но тут надо аккуратно. Я на лесопилке. Тут у нас орда живет. Осторожно, Дикон. Помни, что... Что здесь хреново туча фриков? Забудешь их. Спасибо, отбой. Ну, двупёсый, где ты прячешься? Так и подожди, наверное, с этим двупёсом. Давай мы сначала Н.Е.Р.О это запустим штуку. Та же ситуация была из Dead Space 3 один в один. Но видишь, как Dead Space повернула. Они взяли просто и новые студии сделали, и все. Еще медпункт. И что же Н.Е.Р.О оставили тут после себя? Тем не менее, вот Каллисто Протокол выходит. Ремейк Dead Space выходит. Про игру не забыли, уже хорошо. Может быть, ну, DLC, наверное, вряд ли уже для этой игры сделают. Но хотя бы сделать что-нибудь вроде второй части. Я так надеюсь, в принципе. Так, подожди. Вот. Я не могу вторую половину найти. Где этот Н.Е.Р.О заканчивается? Сейчас надо внимательнее посмотреть. Это вот самая такая сложная локация будет на этом, на лесопилке. Тут народу много. Самая, считается, большая орда в игре. Лесопилошная. Вон они там уже орут все. Я их слушаю. Слышишь их, когда там они как эти, как рой такие, гудят. Слушай, причем орда? Орда сейчас в том здании. Мы потом будем зачищать. Ладно, заправляем генератор. В прошлый раз я здоровье качал, сейчас мы прокачаем тогда этот, как его, прокачаем выносливость, силы. Ну, что пригодится. Где генератор? О. Еще где-то должен же быть граммофон. Бля, ли так рискнуть? То, что не надо. Знаю. Ну вот, порядок. Подожди, давай не будем торопиться. У нас орда все-таки рядом. Хотя, в принципе, они, наверное, не успеют в любом раскладе до меня добежать. Я быстренько вырублю граммофон. Давай тогда генератор запускаем, просто послушаем. Там где-то болтать будет, тогда срежем этот громкоговоритель. По ним же достаточно не обязательно их прямо срезать, по ним достаточно просто выстрелить. О, да. Да. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Да, как где он? Бля, вот он. Подстава, да? Еще одна есть. Ну, подстой, а. Да херушки. О, понятно. Придется, походу, заново запускать все это дело. Так он не откроет дверь. Посмотрим. Нормально откроет. Мы сейчас покемарим. Вы откуда тут? Не, вся толпа сюда прибежала. Да, пускай добивает. Короче, что мы сделаем? Надо вспомнить, сколько у нас громкоговорителей. Иду за ним. Осторожно, Дикон. Помни, что... Что здесь хреново туча фриков? Забудешь их. Спасибо, отбой. Как туда быстро добраться? Вот как? Датский громкоговоритель этот. Где-то тут он. Вот как мне туда попасть? Я помню, что при первом тоже прохождении этот геморрой был. Давай быстрее беги. Понятно, тупик. Он через колючку вообще полезет? Нет, не полезет. Ну слушай, на меня пока никто не нападает. Бля, ну тупик, а. Да отвали ты нахрен. Так тебе. Очень бесит. Бегаешь, а выбраться не можешь отсюда. Вот, я тут смогу пройти. Меня ночью воскресили, чтобы меня фрики опять не забили. Сраная громкоговорилка. Ну, все остальных так перебьем. Да, все остальные, да, подтянулись? А нет. Пойдет. Не идеально, конечно, но кто же знал-то, то, что тут они возьмут и где ты прячешься? Спрячут тут этот, как его, уродский этот громкоговоритель. До свидули. Толпы дома нету. Они бы сюда подбежали по-любому уже давным-давно. Ладно, сейчас укольчиком бахнемся и побоем. Пойдем этого двухпёсого искать. И тут регистратор Н.Е.Р.О. Что-то я не хочу это слушать. Господи, что это за вонь? А, ну да, ты же новенькая. Они включили вигвам топку. Что-что? Вигвам топку. Вон, видишь? Вон она. Выглядит как огромная ржавая солонка. Ну, я ее уж точно чую. В 60-х в таких сжигали опилки. Они работали 24 часа в сутки. Как миниатюрные вулканы. Ладно. А теперь сжигают трупы. Я думаю, это последняя партия из фаервола. Они ее вырубают. Нас перекинут к захоронению в Айронбьюд. Ну, хоть вонять так не будет. Запас сил. Будем надеяться. Пусть будет побольше. А, я чувствую прилив сил. Угу. Мы все его чувствуем. Так, опять, да, вот эта тупиковая, эта дурацкая фишка. Отсюда идем вот сюда. Че двери все позакрывались? Вот тут пройти можно. Бля, тут вообще, наверное, запутаться вообще на раз-два. Банша. Сучка. Да, неплохо. Чуть было не было, кстати. Она не крикнула, вы чё бежите-то, я не понимаю. Вот остатки от толпы. Трофей. Блять, и все ломанулись. Какие тут в жопу трофеи. Давай улетать. Бежим-то, бежим-то. То, что фрики рядом, тяжеловато будет сейчас. Это, походу, задание сделать. Теперь возвращаемся. Накатика. Все, за мной не бегут. Все, за мной не бегут. Осматриваем. Куда-то вот туда. Тут не говорите, что мне обратно надо. В лагерь. Нет, вроде вот здесь. Ага. Техника. Что-то вообще ничего не понимаю. Я собрать технику для запуска лагеря. Хотя он и так у меня запустился. Чего? Бля, ну мне в лагере обратно вот это станы надо. Я должен был в него по сюжету в любом случае попасть. Ну быстрее открывай ты. Кстати, оружейный шкаф. Давай-ка мы патроны, да? Пять. Пистолет. Максимум. Все. Да, я же только с автомата в него стрелял. Так, а следы, получается, где-то у этого мужика будут здесь. Скорее всего, даже вот в этой машине. Нет. О, все, я вижу. Это тоже не он. Обожженный какой-то труп. Вылазь, паскуда. Следы. Еще. Я с тобой никуда не пойду. Понял? Вот он где. Угу. Двупесый! Бежать тебе некуда, братан! Он оттуда спрыгнул. Где он? Я его только слышал. Но радар его вообще не видит. Взять доказательства. Его уже замочили. Ага. Я даже знаю кто. Думал. Я поторопился. Мог бы и не драться с ними со всеми. Я не успел чуть-чуть. Полечиться не успел. А, доказательства, да, просто надо взять или догнать все-таки. Я на лесопилке. Иду за ним. Осторожно, Дикон. Помни, что... Что здесь хреново туча фриков, забудешь их. Спасибо, отбой. Мне придется выходить с этой лесопилки, чтобы потом обратно и сюда же идти. Отстой. Так, по выходу тут банши гуляла, ее нету. Ну, двупесый, где ты прячешься? Где-где? Просто слишком много было. Решил отбиваться. Надо было стрелять, наверное. Просто не хотелось шума лишнего делать. Так, пополнить боезапас. Все. Да-да-да-дам. Так, отсюда, вот сюда. Потом идем опять назад. Вылазь, паскуда. Паскуда, тварь. Вот он где. Двупёсый! Бежать тебе некуда, братан! На него сейчас могут не напасть. Вот он просто исчезает и все. Как бы ты быстро за ним не побежал, его все равно это... Его все равно загрызут. Это он? Ты двупёс? Ну да, я бы столько не перерубил, кстати, народу. Ладно. А что ты не перезаряжаешь-то? Давай, давай, отстреливайся. Ну, вот уже потихоньку учат от толпы отстреливаться. И как? Да, серьезно. Бля, они просто прут со всех сторон. Я на лесопилке. Иду за ним. Осторожно, Дикон. Да. Помни, что... Что здесь хреново туча фриков, забудешь их. Спасибо, отбой. Главное не спровоцировать больше положенного. Ну, двупёсый, где ты прячешься? Может, пулемет достать? Эффективнее будет. Бля, причем эти следы заново и заново надо искать. Это бесит. Вылазь, паскуда. Ладно, сейчас сделаем. Надо только придумать, куда бежать. Я с тобой никуда не пойду, понял? Вот он где. Двупёсый! Бежать тебе некуда, братан! По идее, по скрипту он забегает вот сюда, в дырку вот этой лесопилки. И потом бежит вроде как обратно. Только при каком-то раскладе они его жрут, а при каком-то нет. Канай отсюда, сучара! Вот так. Вряд ли ты теперь будешь отрезать уши людям вместо фриков. Так, давай попробуем. Может быть, получится отстреляться. Ну, как вам такое? Получше? С другой стороны, по-моему, бегут. Как раз пока до байка добегу. Вот тут. Что-то многовато их. Да нет, нормально, кстати. Еще давай тут остатки добьем. Это толпы, которые откололись. Да и все. Остальные вон там сидят, вот они ходят. Как они нас заметили вот тут находясь? Беру. Не знаю. Слушай, давай-ка мы прикупим патронов. В принципе, какая разница, да, в лагере их брать или нет. Тут, слушай, бочка даже немножко помогла. Взорвала пару штук. Жалко, на пулемет патронов нельзя взять. Ну ладно, потом какой-нибудь пулеметчик-то идет. По-любому он как-нибудь, где-нибудь да будет. Ну все, сейчас на байк мы садимся, телепортируемся в лагерь и потом на следующем стриме продолжим. Так, тут аж 3 задания, да? А, ну один квест надо сдать просто. Вот мы сейчас этот квест сдаем, заправляемся и закругляемся. Теперь можно вернуться к Рике. Угу. Смотри, я думаю, еще пару, наверное, заданий, может быть. Открываем ворота. Заданий 3. И можно будет 3-й уровень доверия получить. Хотя нет, нет. Гораздо больше надо заданий сделать. Рад тебя видеть, Дик. У меня Бас, только половина уровня. Ладно, ладно. Сейчас заправим. Буду здесь, если понадоблюсь. Заходи еще. Ну-ка, а мы можем патроны для пулемета купить вот здесь? Дик, Дик, Дик. Ага. Что ж ты так давно не заглядывал? Пулеметные патроны. Как дела? Все отлично. Ну ладно. Если что, будем здесь их пополнять. Эй, Дик. Пулемет гораздо лучше пробивной способности имеет, чем у автомата. Гораздо удобнее вложить их. Слава богу, когда Джах... Угу. По-моему, у меня еще очко навыков. Да. А что вкачать-то? Вот это мы качали. Каждое убийство восстанавливает запас сил. Пока не обязательно. Снижение расхода запаса при перекатах. Вот это мы качаем. Урон. Что потом откроется? Повышение шанса нанести крит урон, нейтрализовать противника на 25%. Возможно. Серия ударов за сапожным ножом причиняет вдвое больше урона. Но если ты, короче говоря, начинаешь драться в ближнем бою, то только палкой. Ножом, ну, вместо 6 у тебя будет сколько? 4 удара. Такое себе вообще. С ножом, если только вот подкрасться и ударить, по-моему, все. Больше он не нужен. Вот, бесшумно атаковать фриков. Вот это меня интересует. Это пригодится, возможно, на каких-то заданиях, чтобы всю толпу не собирать выстрелами по большому, а просто подойти, его сначала убить, потом остальных перекрошить и все. Качнем. Ладно. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все. Всем удачи и пока.